Вечера, друзья, с вами Дезертот, Маришка и ваш любимый Одесскин. Всем привет, ставим лайки за начало стрима. Ставим лайки. Ставим лайки. Короче, этот как его, кто лайк не поставил, к тому Одесскин придет ночью. Да, здравствуйте. Всем привет, Хикс. О, Хикс, здорово, Хикс. Сюзер, привет, Позитив, Евген, Артем, Сашка, Жека, Астканда. Всем привет, друзья. И сегодня, как вы догадались, мы будем с вами на пше курва тяжелых танках играть. Во-первых, почему тяжелых, потому что картошка других не завезла, а ниже уровнями мы лезть особо не будем. Покатаем, наверное, с вами топовые уровни, чтобы понять, о чем речь. Радисточка, привет, Ацтек, привет. Волшебник, Никитос, Антоха, а что это вы заранее привет не здороваетесь? Я же, вы же знаете, что я с вами поздороваюсь со всем. Блин, привет. Вот, и будем проверять. На самом деле мы для себя уже выяснили, что нам понравилось, что нет. Да, знаете, осталось вот вам показать. Мое мнение, по сути, с тестового сервера никак не изменилось. Я как считал на тестовом сервере, что девятка, охуенно. Просто охуенно. Офигительный танк. Вот бомбезный танк. Она едет неплохо, у нее неплохая броня. Да, конечно, НЛД не такое жесткое. В ЛД местами, конечно, будет пробиваться голдой, но она почему-то играется комфортнее, чем десятка. Вот, даже против десяток. Даже против десяток, слушай, голду зарядил и нормально, в принципе, катается. Во-первых, на 3 секунды меньше КД, чем у десятки, это уже плюс комфорт. То есть альфа средняя, она, конечно, не 800, не 900, как у топа, но, по-моему, тоже неплохо. Привет, Николиса, привет. Тут дело даже не в альфе, она может танчить, в отличие от десятки, с ее вот этой вот сумасшедшей башней. Ну да, как-то так получается, что девятка почему-то комфортнее танкует. Вот, странно. И я вообще честно должен сказать, что мне не нравится вся эта ветка. Вот Маришка, кстати, пришла. Привет. 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 Вот, я бы не сказал, что мне вообще вся польская ветка нравится, и у меня есть непреодолимое желание играть на этих танках. Вот. Ну, сейчас покатаем еще более плотненько, посмотрим. Может быть, и мнение все-таки изменится. Но что-то мне подсказывает. Восьмерка в топе хороша. В стоке не играл и не рискнул бы играть. Учитывая ту башню и то орудие, что там есть. Ну, слушай, да, восьмерка реально жесткая. Здесь на пентаграммке видно. Можно, кстати, поставить стоковую... А, не, нельзя поставить стоковую башню. Слушай, ну по броне как она не можно, намного можно, хуже. Можно же поставить стоковую башню. Это ствол надо снять. Вот сейчас ствол сниму. Ну, орудие главное зарядить, потом не забудь. О, господи, вот шо вот это? Что это за гадкий утенок, блин? Там брони, конечно, немало показывает, сколько там, 200 миллиметров, но она квадратная. Она квадратная, она пробивается во все проекции. Она квадратная. Вот, реально будет печальненько. Вот Кирилл, вот... вам можно? Мы как обычно. Сюзель, да, конечно, забегайте по отсчету. Дючка под наклоном над орудием, но она будет влетать, просто впитывать по КД. Короче, всем, кто будет без донатов качать польскую ветку, она, скорее всего, понравится своим сосаловым. Да, нам походу. Поехали, начнем с десяточки. Царь намного уже похудел. Да нет, вроде бы. Последний раз взвешивался несколько дней назад. Грустно становится на весы и осознавать, что вес падает не так быстро, как ты хотел. Слушай, по 10 килограмм. Как весам грустно, когда ты А у меня вес, кстати, остановился. Я больше не скидываю. Блин, ну тебе не надо, у тебя там вроде и жира не будет. Да я тот момент, когда занимаешься, у меня как-то почти за месяц быстро ушли 7 килограмм, а потом вес остановился. Ну вот, видишь. То, что я поделюсь с тобой, будет прибавляться. Если этим мастерством я сама обладаю. Жироотсос от Дезика, да. Не жироотсос, я обладаю. А набор веса. Донат для Украины подорожает немного. В смысле, додж? С чего это он подорожает немножечко? Слушай, Кирюха очень хорошую схему задумал. Ты ему газ, а он тебе жир. Нормально. Газ? Ну, отлично. О, охляцкие шутки. Поехали справа проедем. Или в город потанчим. Правда, я не знаю, зачем мне газ, когда у меня все на электрике, но ничего страшного. Хорошо. А у меня, кстати, тоже на электрике газа нет. Я фиг его знает, почему. А куда едем? Куда едем? Да направо съездим. У нас тут маусы все седьмые, пусть развлекаются. О, Халденик пришел. Халденик, ну какой агрегат в самом начале стрима-то? Кстати, у меня периодически в Дискорде может залагать кнопка, поэтому вы будете слышать, как я тут ору. Так что хорошо, мы я согласны. Предупредила. Хорошо, согласны? Мы согласны. А ты, но это будет ты по каким поводам орешь вообще? Предметные? Просто здороваюсь, могу там. А ты нежный как. Это как это? Помнишь? Мальчишки, по мне огонь! Как мужчина по вызову, да? У тебя этот синдром Аспергера или как там, когда материться непроизвольно? Или как? Да. Это самое заболевание. Так, сюда бабахает арта, надо ехать вперед. Поехали. Я по внешке еду.
Кстати, хочу сразу предупредить, вы должны быть готовы, нас валят чуть ли не свои даже. У нас по железке уже проехали двое на РСП. Знаете, такого внимания я даже к своей личной персоне никогда не видел, как к этому танку. Они просто едут дохнуть, лишь бы тебя раздамажить, лишь бы тебя убить. А, 105-й. Справа 105-й. Марин. Господа, надо давить, у нас в городе просто пипец, один Маус остался. Да нормально же, 105-й, что с ним? Он на КД ушел. Минус. Стоп, все, тормозим, разворачиваем. Назад. Все, мы опоздали. Разворачиваемся. Не опоздали, нормально. Тут главное, надо забрать последнего, и можно ехать сбивать базу. На зелень кто-то один отвалитесь, потому что сейчас зелени нужно из инвиза, чтобы кто-то прокидывал. Вы тут? Вы тут? Господа, надо минусовать эту вы тут? Шлюпку. О, да? Слава богу. Все, зелень, я говорю, нужно зелень, чтобы кто-то отвалился. Ладно, нормально. Мариша, как так вышло? Почему я без орудия? Хорошо. Я хотела у меня вышла убить, пушка. Я ее выцелила, и тут ты откатился. Она тебе по пипке дала, да? Мне пипку дам. Маришка по пипке кинула дезертоне. Заигрывается пипкой. Хэви с этим, с суперконем. У нас тут проблема, мы не сможем выкатиться. Танюш, умничка. Ой, Мариш. Сильно не выкатываемся, у нас там, видите, пожитые танков. Да, все нормально, они вернулись тупо. Мне кажется, нам здесь немножко тесно. Я думаю, нормально. Танканул. Блин, дедушка, ты не очень. 62 нас пробивает, поэтому Мариш, стой, не долго. Блять, я своего тоже долбанул, но хорошо рикошет. Ты у меня этому набрался? Да, это заразно, видишь. Я не пробила. Физический контакт с тобой приводит к таким вещам. Так, надо перестать танчить. Мы теряем кучу хп. Уходи. Просто прижмись. Понял. Вперед. Там мы с Мариной просто теряли дофига. Блин, мне камули надо заряжать уже. Тут турик танкует. Ой, 613 ВЛД, господи. Яга приехала, довернуть. Она сейчас осторожно. Довернул. Не спеши, просто подъедь. Под. А, у нас сзади танки едут уже. Все нормально, пока что гриль есть. Все пока что еще нормально. Ягу, только не получайте урон. Блин. Центурь КД. Гриль есть. Ты это говоришь, как будто это неодноразовый воин. Звук отстает. Опять звук отстает. Друзья, я не пробил семерку. Чистый компьютер. Он весь день работал. Они въехали на респ? Серьезно? Они вкатывают на нас. 13-й, блядь, танкуй. Ты вот сука. Не хочет танковать. Да ты же, блядь, сейчас будешь танковать у меня. Ой. Божечки. Мариш, ты там, да. Живу, хилюсь. Все хорошо, базу сбиваю иногда. О! Яга едет, я разряжен. 126. 113-й, у тебя красный камуфляж, танкуй. Хорош. Да, ты просто молодец, лучше. 113-й. А, наши круг заехали. Я ни хрена не вижу. Так, будьте внимательны. Будьте осторожны. Я стеру подожгла на 1300. Есть проблема, я из-за этих долбанных строений, у меня камера вечно вниз падает. О, есть труп хороший у меня. Маришка, мне нужно, да, мне тоже нужно выехать. Не пробил. А, нет, стоп, алкаш! Яга на меня выезжает. Господа, Кирилл, помогаю. Танкуй, у тебя еще нормально. Меня закрой. А, я не пробил, ИСа 7-го. Марин, не отъезжай далеко. Танкуй 2000 хп. Кто 2000 хп? Марина. Маришка, я поиграл. Блин. Сейчас ИСа 7-го минусану, толкай его. Ой, давай. Хорошо. Ой, мне это не нравится, что-то тут бутерброд получился. Развернись. У меня не получается, у меня гусля, у меня и ремка КД. Все уже. Гусля, ремка КД, все. Зато наш прожета берет их базу. Гениальный просто. Гриль с прожета брали их базу. Просто два гениальных хутырка и сдохли рядом. Эй, лючи! У них 4 танка. Какая гусеница, шлюхи! Я тоже много раз так. Какая, блин, гусеница? Что это такое? Короче, Алекс, у них 3 или 4 десятки катались по ЖД туда-сюда обратно. А наши дохли?
Так, звук привет, багованный опять. Привет, Дарвин. Блять, всем заебал привет. Просто этот звук, у меня сил с ним нет. Привет, всем привет. Я драйвера привет, уже обновил, ОБС обновил, все обновил. Будет вебка, будет. Надо футболочку сейчас одеть послушаю. И будет вам вебка. Опять дабаг со звуком, блин. Сейчас футболку одену. Так, господа, мне надо комп перезапустить. Сейчас я вернусь. Че, девяточки или че? Че берем сразу? Наверное. Давай, девят. Ну, мне еще готовить ее надо. Ты не подготовил, да? Но еще чуть-чуть и вернемся домой в YouTube. Да, Деза, потише, пожалуйста, ты тише его. Я потише. Не могу, Деза сейчас вернется, я его сделаю потише. У меня единственное, друзья. Что у меня модулей никаких не поставил. Я думаю, что мне когда-то... Пока что... Что-что, Марин? Я модули никакие не ставила, говорю. Ставь модули, вы что, прикалываетесь? Я про них забыла, и потом я хотела спросить, и забыла спросить. Я за 2 часа до стрима все танки приготовил, все экипажи прокачал. Ну, это я почти сделала, вот. Громкие, сейчас сделаем. У меня осталось только модули поставить, а я про них и забыла. Сейчас, 2 секунды, давай, ставь, я сейчас тоже подойду. Сейчас, друзья. Ну что? Так, я здесь. Куча ошибок выпадает сразу. Здесь вы тут, алло? Да. А то молчите, я не знаю, звук есть, нет звука. Как-то быстро, кстати, перегрузили. Да, еще в Дискорд долго заходила. Та SSD-шка, что там быстро? Стандартно. Что, кроме ссылателя сюда поставить? Я вентиль ставил и... Просветленку я поставил. Короче, а я поставил приводы на вводке. Точнее, стабилизатор. Что там? Ну, стабилизатор. Слушай, ну 413 метров у него обзор, нихера себе. Не, ну приводы явно не стоит на него ставить. Не, нормально. Так давай еще раз на десяточке катнем, то мы как-то проиграли печально. Секунду. С вот это орудие мне нравится у девятки очень. Плюс... Зорг, здорово. Плюс со стабом неплохо оно себя ведет. Ща, курва, поехали. Что это... тут? Я пердоли. А, это Маришка, дезертот the best, а ты повелитель раков. Ну, просто надо понять, как там. Привет, хикер. Ты танк берешь? Дям! Получилось из Данила Михайловича. Да, я просто ставила модули. Все, она я... не подготовилась вообще. Ты на десятку модули ставила? Да, она без модулей прошлую катку нам проиграла. Здорово, Генрис. Этот час вообще-то у меня был очень суетной. А как сейчас? Мне надо было и подготовить танки, и тут подготовить все. Понимаешь? Да. Из Данила Михайловича, да. Вы мне скажите лучше, как... Как Кирилла слышно? Шутнички. Шутнички вы мои. Включил вебку, народ разбежался. Ну все, значит, надо выключать вебку. Всем привет, друзья. Приветствуем вас на нашем пшекурво стриме по польским танкам. Сегодня мы будем играть only польские танки. Ну, посмотрим. Вот теперь КД поменьше на 2 секунды, но все же. Сколько у тебя сейчас? 16:10. 16:10. Так, вот Одесса 2018. Пятый национальный турнир. 13, 14, 15, 16, 17, 16. Ну я просто не стала всю свободку тратить. И так 17 миллионов потратила. Нет. У меня... на выкачку. А вообще шестой? Ну, один. Поехали направо. Да, направо, да, поехали направо. Да, поехали. Хрен эта карта такая именно. Мы, короче, да, вчера, вчера играли... С Жовым, с Бладькой попали на студзянку. А, выяснили, что по мини-карта. Видел вот мини-карта студзянки, да? Что это, помнишь, есть этот гениальный рисунок жопа кота? Ну, это кому-то тоже... напоминает жопу, мне легкие. Жопа... Легкие тоже сначала, но в итоге жопа кота, из которой испражнения идут. Так вот, эта карта, это продолжение тех испражнений посередине как раз. Видишь вот это вот, синенькое? Ибо они очень похожи. Да, ибо они очень похожи. Как же меня... Я на студзянку вчера первый раз попал, я чуть не это... А, на студзянку попал, блин.
Я на ней играл, сколько там, 50 боев на ней на тесте отыграл. Какая она убогая. Она безумно убогая. И знаешь, какое желание возникло? Верните Южный берег и верните Сталинград, суки. Так я об этом, ты понимаешь, я на студзянке играл. Думаю, такие же хорошие карты были. Южный сложные, берег. Классные. И решил по Южному берегу видосик записать. Классная. Серьезно? Карта была. Серьезно? Охренительная. Я записал ретроспективу по Южному берегу, да. Я не видел. Ой, не, я, наверное, пока не поеду, если будет минус база. Да, ТВП стоит. Может, Калю не поедем? Или надо убить, надо вот это убить. Ну да, я тоже минус думаю, что... Да, мне кажется, он уже убежал. Хорошо, тогда, хорошо, тогда вот сюда вот забирайтесь, вот сюда забирайтесь тогда. Да, стой на горе. Мы поехали. Мы поехали, да. Ты заодно он будет убегать? Я должен так сказать. Если делать выбор между Есотым на шайтанке и этим, он значительно лучше Есотова. Этот, да. Так, смотри, Мариш, вот. Приготовься, сейчас может быть... Ну, готов. Если Есоты на Маузгане... Убегающая. Да, он убежал, походу. Конечно, убежал. Нет, тут кто-то кидал. Он кто-то что, он кидал? Будет 5 нет, танков он... ждать, что ли? Он убежал, да. Вот он, Мариш. Опа. Пока не вижу. Блин, он в низинке, вот я под. А я увидел. Я не попала. Я думала сначала, так, что это я. Калюнь, могу предложить. Опа! Попурите? Попурите? Серьезно? Да, поехали. Я за. По мосту и к ним в спину. А мы не сможем, да, гриляку? На гиляку. Не видно почему-то, а я не знаю. Чуть-чуть. Не знаю, он где-то в низинке там. Давай, Мариха, накидывай ему. Накинула чуть-чуть. Или он за трупом, или в низинке. А что он там? Там не видно, зачем он, Мари? Теперь он за пригорком, вам должно быть теперь видно. Нет. Нет, блин, что тут за ландшафт дебила? Я его не попадаю, что Реально ландшафт дебила. Шо, к вам все? Летит. У нас на центре, то есть на центре, на базе Яга. Блин, я четвертый. Блин, в основание башни не попало, оно было зеленое. ФНЛД 832! Ты НЛД видишь, а я не вижу. А он откатился как раз на долю секунды. Блин, ну я только шишку вижу. У нас минус и Яга. Не попадаю в нее. Нормально, нормально. Так, у нас Ягу минусуют. Реально сейчас базу будут забирать? У нас да. Объект 277 где-то слева. Базу уже будут забирать, там 3 тяжа. Не, не будут. Они не забирают, слушай, Кирюх. А, все, он низинки, Коля, все, надо забить. Все, забили, да, я уже давно. Турик. Турик прострел? Вроде бы. Ладно. Так, 277 вблизи, надо ехать, Коль, на него. На 277? Он здесь, там перед нами стоит. Там же. А я думал, мы вернемся на базу. Вот он. Так вернемся через центр. Кто тебе? Броня не пробита. Бляха, там еще Лолопард. Вот я же тебе об этом. Очень стрёмная позиция. Нормально. А длина дома? Какая длина дома? Не хочешь видно. Сравнить, сколько длина танка? Да, выкатится он, не выкатится, я тут не пойму, деревья мешают. А, ты про это? Я думал, ты хочешь танк длиной дома померить. Нет. Ну ничего, Коля тут у нас. Думаю, поджидать его. У нас умирает семерка последняя, Кирюх, внизу. Хорошо, идем, Коль, давай через центр давим, убейте этого петушка. Я не понял, вы что, попадать в него не попадаете? Не попадаем. Не, Кирилл, остановись, замри. Вот так. Молодец. Чуть тебя не попал. Марин, разворот. Я к Марине. Я ухожу, потому что ты внизу. Да, сейчас он будет на херу повис, я к тебе. Давай. Семерочки, если можешь накинуть под поход ноги. Не могу. Я не вижу. Блин, кумыс не зашел в ЛД, вы чего? Вот это, блядь, 430 танк. Вот это танк. Это просто супер телега. 847. Голдой не зашло. Нормально. Я сейчас получаю. Нет. Отлично, успел. О, вы четверку там размальцевали. Отлично. Я тут еще на центре. Теперь через каточек. Слушай, мы что, почти вытащили катку? Фух, я чуть. Марин, не забывай, справа две десятки стоит. А я отступаю. О, не пробила. Кирюх, ты один?
Нет, вас двое. Я отступлю, да, потому что к вам слева, ко мне слева, типа, ваши заходят. Отлично. Сейчас надо убить вот эту семерку с четверкой. Они едут в базу. Да, я вот их тоже хотел. Я хотел вам помочь с ними. Фугас? Серьезно? Или лопард в спине, алло? Крёх. Блять, ко мне приехал сотый. Там все, и лопард. Они меня и кдэшились. А ну, зачем? А зачем ты подставилась? Ты в сейве. Даус. Твою дивизию. Не подставляйся, не подставляйся. Нам нужно еще вот. Лопард уже видит, сука. Мне кажется, он ко мне сейчас приедет. Лопард не приедет к нам. Он будет забирать Кирилла и Патана. А потом к нам. Уже максимальный урон носить, кому можно. Кирилл, ты ухо... Та, Марин, не получаешь же. От кого? Он пробивает меня. Да ладно, ну кто? Альфа не прошла, ну не кто серьезно. Тебя пробивает, Марин? Объект 430. А, нет, прошла. Лопард, лопард справа. Блин, в сейве. Фуловый лопард. Ну все, мы поиграли. Блять, 430. И в спине маус, и сота. Я не пробил спину из четвертой. В жопу попало. Хорош. А, право не уходи, справа леопард. Да, сейчас да, будет нас убивать. Каточек. Назад, назад, уходи, уходи, уходи. Блять, сотка сзади, я мертв. Мы ничего не можем. Опс. Тут леопард фуловый справа. Мы просрали, у нас. Надо было к вам текать. Да. Вы же, блин, фуловые были. Как вы так это? Так леопард, я ж говорю. Меня семерка с четверкой раздамажили, я мимо них проезжал. Так, микрофон чуть дальше. Все, сиди, не вылазь, ждем, когда будут подъезжать. Сейчас справа будет леопард ехать, не подставься под право. Здрасте, здрасте. Забор покрасьте. Блин, этот на кумысах, этот на голде, на голдовых фугасах. Слушай, ну голдовые фугасы в лобешник почему-то заходили не сильно, по 460 всего. Неплохо. Есть проблемы получить от леопарда. Вот я уже свечусь, непонятно от кого. Семерка в упоре. Так сзади тебе это нельзя. ВП его может убить. Сильно а назад тебе. Да-да-да-да-да. Сильно назад тебе нельзя ТВП будет давать. ВП засветился и скорее сейчас нагребет. Нет, ТВП все хорошо. Опа, выходите на него. Поехали, 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 поехали. Один так, подожди, подожди, не спеши, я первый, я первый. Одесса, давай первый. Вниз уйди, вниз мне уйди, Мариш, там... вниз. Мариш, вниз. Вниз, 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 вниз. И чуть-чуть притормози. Посрать, нам я нужно... Это... Давайте, может успеете, пока они не переехали. Он, мне кажется, сейчас уедет. Да, сегодня мы играем попытка. Только на попытка, у нас по-другому никак. Сегодня 430 в стороне, отлично. Попыточки. Спасибо, Бухой, Димитрол. Димитрол, броня не прогибится. Все, нормально, она довернула. Все хорошо, леопард может наверх забраться. Нам нужно теперь развернуться, 430 убить. Я сотку сюда едет. Сотка едет? Сотки да, сейчас да, да, можно сюда. Кидать будет сотки. Леопард в спине. У вас сзади забей, проблемы. Забей, забей, забей. Нам у нас нет выбора. А в смысле забей? Лучше бы на них поехали, пока у вас есть время. Пока ТВП еще был жив. Пока тяжи не приехали. А я в забор поп... Все, разворачивайтесь. Назад разворачивайтесь, пока тяжи не приехали. Я в забор попал вместо днища сотки, ты понимаешь? Давайте на СТ идите быстрее. Да идем, они наверх залезут, мы уже, ну, херово. Они просто залезут наверх сейчас. Да давай, 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 успейте. Ну, пиздюлину, две. Ого, вот это у него дым забаговал. Ого! Давай. Он валит помози. Просто. Не четверка! Что ж ты стреляешь? Что это за алковыстрел? Господи, Мариш! Нельзя, ну не перекрывай! Тихо! Все нормально? Нужно помочь с лопардом. А. Или... Это противник или наш? Это вражеский из 420, я говорю. Ну, у пацанов неплохо поставки, молодцы, там 55 плюс до 60. Вот, хотелось бы узнать, у наших тоже до 60? Сука, вот этот пидорасу повезло, я его должен был убить да, с двух... Ну, что, два выстрела было на, этот, на убийство молодцы, его. Конечно, пацаны. Минимум пальцаны, два выстрела. Молодцы. Один, блядь, куда-то вообще в космос так. Улетел. Я не знаю, что с рестримом Good Game творится, пидоры, блядь.
Ну там упремся мы в ПВПТшек. Вот это же все не проезжается вообще никак. Можно выкуривать их. Ну, давай попробуем. Там, кстати, в последнее время не всегда ПТшки стоят. Они обычно вот здесь встают и вот тут. Все. Ну, дальше вот... не едут. Мы вот здесь ну, вот упремся мы и будем... как раз и приедем сейчас. Так, горочку, наверное, объехать будет быстрее. Что происходит? Я, кстати, горочку не объезжаю. Я обычно говорят, новые карты делаются под арту, они все открытые. Мнение. Не, ну это мнение такое себе. Что говорят? Новые карты делают тупо под арту. Нет, они делают для людей, которым сложно в лабиринтах играть. А это 90% да, это топовая ЦА игры. Это надо мозги иметь, это надо сзади увидеть. Сталинград, там. Вспомни и... Сталинград просто. Сталинград, вспомни, какой он был кайфово лабиринтный. Да, он был кайфовый. Кайфово. Это был лабиринт, классный, сраный лабиринт. Там тащить можно было просто невытягиваемые катки за счет этого лабиринта. Ты мог запутать кого угодно там. Да? Тут он был перед тобой, херак, он оказался сзади тебя. Непонятно, как это произошло и уже дамажит тебя. И большинству не понравилось. Хрен ли не понравился Сталинград? Шикарная карта. Зато Минск новый видел? Вот эту вот карту Стоялова, привет, которая будет самые большие проценты ничьи. Самый кусок говна. Самый, мангую, вот. Самый большой процент ничей среди карт. Ну, не считая ты, срок. Ты, блядь, везде не выйдешь? Везде кто-то стоит и смотрит на тебя из-за угла. Вчера был момент, 2 минуты ни одного выстрела. 2, чувак, 2. Просто мы такие, а что, все вылетели? Нет, типа, мы все тут. Просто не по кому не, стрелять. Ну... Не знаю, я про Минск не успел видос записать. Студзянка и Минск говно какое-то последний патч. Они вообще не могут карты в последнее время. Да, это вообще Минск. Минск полная противоположность Студзянке. Карта... Ой, блин, я сейчас тут буду светиться. Блядь. А чего? У нас 10 из 10. Я не пробил ББХ. Я ББХ не пробил. А я не попал. А я не пробил, убиваем нахер. Он под кого-то настащит. Но... Яга, не подставляйся. Все пошли, нормально, пошли, все нормально, давай, давай. Давай, Коля, блядь, бабаха едет, ебать твою! Коля, блядь! Чего? Да все нормально. Пошли, да, жахни, жахни ему, жахни. Ебем бабаху, она КД, Коля. Хорошо, просто он меня бьет в борт. Он меня в борт бьет. Да вот. Да, блядь, гриль КД. Давай бабаху быстро разбираем. Успеваем зарядиться. Забери, только... Ой, палочек, писал. А где Марина? Где Марина? Паттон, Паттон, где Марина? Паттон. Сзади я. Опа. Давай помогай я убивать Паттона. Я не смотрел видос трамвая. Давай помогай убивать Паттона. Говорят, что сделал там видео. Что вы скажете? Одесс, ты видел какой-то видос трамвая? Нет, нет, я не смотрю эту помойку. О, в смысле, говорят, этот он, канал. Как его видос про Джова какой-то записал. Пиздец, блин. Нормально, я подъехал к тебе. Так, ну коричневый 1 КД, можешь ехать. Там ПТ-шек до хера, иди в баню, я лопну сразу. Не едь туда, не едь, Кирилл. Кирилл, не едь сюда, не едь сюда, здесь нельзя ехать. Надо ехать. Я снизу, снизу. Почему Одескин не бомбит, что случилось? А чё мне бомбить? Нормально, фанимся. Выкатились, выкатились, выстрелили, не попали в дебила. Чё бомбить? Я снизу сейчас подожму, подожди. Зря снизу поехал. Ой, 268. Стоп, стоп, стоп. Помогаю. С центра, меня с центра вот эта тварь чпокает. Бля, я не понял. Вижу 268 отсюда. Я понял, меня все чпокает. Гриль сверху, гриль, гриль! Бля, сейчас рта он шотный остался. Ну, один из них. Меня центури, мне центури убивает. Ты мертв, коллеги. Да я знаю. Я свечу максимально. Посмотри на эту карту, посмотри! Не попал в гриля, рука жоп сраный, просто человек, не человек, Маришка. Стреляй! Едет, 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 едет! Арта, класс, понеслась. Посмотрите на эту карту, просто посмотрите, я Кирилл. Я в разряде. Посмотри на мини-карту, пока ты в разряде. Мариш, нужна твоя помощь? Я Ходить, еду. Пожалуйста, или я мертв. А где ты уже такое получала, Мари? Я, кажется, с центра, она стояла. Вот от него. Посмотри на это, у нас вся команда на базе, у нас на базе все. У меня разбежался. Ну, мы единственные, кто пытались ехать по флангам. Мы единственные, кто пытался поиграть, что ли? При таком количестве ПТ это бесполезно на этой карте вообще. Слушай, ну по 2 арты, которые по 500 выдают в лобешник, тут такое, конечно, неприятно. И под альфа-самцов с 800 минимум альфы.
Они, кстати, молодцы. Вот они сделали кишку, по которой ты можешь проехать, но при этом кишка нахрен вся простреливается. Какой смысл туда ехать? Ни на СТ, ни на БТ, ни на ДТ. Вообще никакого нет смысла. И мне, наверное, было бы... Я довольно долго думал, надо ли вообще оно делать. Но, я думал, в центр бы сюда вот заехать. Молчать. Вот сюда. Встану. Дело в том, что сейчас, наверное, просить. В курсе вовсю идет битва будет блогеров. И места в ней распределились так, что на первом месте левша, а на последнем месте Джов. И кто-то радуется, а кто-то нет. Ну, наверное, наверх. Ну, я вот сюда, короче, встану. В уголок. Зря ты туда залазишь. Там не очень хорошо. Не знаю, мне там нравится, я там комфортно себя чувствую. Ну, конечно, потому что со всех сторон не начинают раздалбывать. Возьми правее, пожалуйста. Возьми правее. Это не мне. Да, Дескин куда-то налево мчится. Я же подлизу, если что. Ать! Не успели. Смотри, остановится, смотри. Ну, ёб вашу мать. Ну, правее возьми ж ты, господи. Так я отъеду, сейчас по ним рта вжарит. У нас что, ЛТ недостаточно? У нас всего один вазик? Да, у нас, получается, из быстрых всего один вазик. А у них CDC еще даже есть. ТМ-6 справа еще. Блин, ну в башню тяжело будет его пить, я сказал, и кто-то долбанул его просто в башню. Одескин, ты решил с нами не общаться? Коля? Минус ЛТ. Коля, я хочу услышать твой нежный голос. Может, он вылетел? Я не знаю, но ездит же, в Дискорде сидит и как бы не вещает ничего. Может, он кнопку не нажимает? Может, не хочет? Забыл как. Я не знаю, может, у него свои какие-то планы. Походу у него связь легла. Наверное, с нами общался. Общался. Он услышал, что... у него не раз... Нет, смотри, до сих пор молчит. Вот, Коля, у тебя светится кружочек? Кружочек светится, типа ты вещаешь. Но звука из тебя не выходит, Коль. Звука из тебя не выходит. Да, Коля. Смотри, чтобы правильно звук выходил, ладно? Давай в гусеницу, я ее ремкаю. Ага, из 6 на фугасах. Бля, вот это сверхразум. Он меня только что в ОБшке стрелял. Может, нечаянно переключился. Хотя зачем я обрадуюсь за него? Ладно, я его не пробил в борт. Круто, он до сих пор на фугасах. Это, видимо, для тебя он фугасы заряжал. А, вероятно, да, это мои фугасы. Алло. 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 Мне кажется, проще в ЛД ему стрелять. У него ВЛД. Знаешь, мультик про этого... Про кротика. Он такой, hello. Алло. Алло! Слышно? Алло! Это, короче, это... Это что-то почему-то с Йети залагал нахер, и все. Пришлось передернуть. Йети, не его, не то, что вы подумали. Коля, лишь бы передернуть что-то на стриме. А мы думаем, что ты уже с нами не общаешься, все, Коля. А я думал, вы со мной. Обидка. Обидка. Оскорбили, обидка. Тут блядь, подставляется С6. Лёв, ну ты там не давал, блядь, повернуть, стрельнуть. А чё на горе никого? Чё я заехал на гору вообще? Чё за херня? Арта еба. Блядь, ну даешь тебе проехать-то, сука. А дерьмо именно может кинуть по их дерьму, не? Так вот. А кто в перманенте... Кто в перманенте держит дерьмо? Вот хороший, кстати, вопрос. А что, кто в перманенте его держит? Меня, я ближе всех, все. Конвей, Лёва, я что ли? Нет. Не ну, кто-то наверху. Я тоже был прикол. Что? Я когда с Машей попала в один бой, и по стриму я смотрела, как меня убили. Она стояла вот здесь, на ПТшке. Около меня никого не было, я стояла вот здесь. Я упала вниз, и меня светили первый момент, пока я вот здесь вот стояла. Хотя я там стояла, наверное, с минуту. Коль, я должен сказать, что броня у этого танка говно. Броня-то говно, но она лучше, чем у десятки.
Она, это блядь, факт. Просто говно. Она факт лучше, чем у десятки. Меня нашили со всех сторон, снизу в башне, в маску. У нас дерьмо будет стрелять там или нет? Там еще борщ сейчас. Ссаное дерьмо. Не, ну коричневый явно не хочет разряжаться. Боже, конвей, да съебни отсюда, придурочный. Боже, конвей умирает, я понял, бродяга. Сколько весит дама? Эй, арта! Все, выстрел. Какие хорошие вопросы. Какая интересные. Именно? Что ты делаешь, Кирилл? Не знаю, дама пик, что ли? Будем забирать это 10. Наверное, про тебя. Ну давай, давай. Там только за ним стоит этот борщик еще в инвизе с офитрагера. Почему спрашивают у тебя? Ну, видимо, пустите, пустите, стой, пустите. Стой, ну я ж горю. Ну я ж горю. Я подальше тебе трупик поставить. Коль, надо было зафиксироваться, чтобы сгорел сразу в удобном положении. Сгореть в удобном положении. Это же сгорел неудобно. Все, появился звук. У меня с микрофоном какая-то хуйня случилась. Ну, главное, я сделал свое дело и забрал Т-10. Поцелуй смерти. А у нас фуловая Марина. Ты нормально вообще? Привет. Так она же стояла в этом сраном углу и никого не видела. Она только и Саша Стову фугасами разбирала. Сейчас борщ будет кидать, сейчас борщ будет кидать. Я и Саша Стову забрал обычными. Записал видос по поводу травли Джовы и агитировал перестать хейтить Джовы из-за результатов битвы блогеров. Как ты думаешь, он это сделал ради хайпа и слегка отмыть свою репутацию, или он серьезно беспокоен? Ну, конечно. А он все, что делает Amway, все, вот все от начала. Серьезно беспокоен, всегда серьезно беспокоен. Делается специально с какой-то целью, пиар, не пиар, там, насрать, поднасрать. В любом случае, никакой доброй цели от Паши быть не может, в принципе. Поэтому, друзья, тут такое. Будьте внимательны, так скажем. Блин, все. Это знаете, прием. Ребята, это как перед выборами вам заплетают всякое дерьмо в уши. Да, слушай, так, возможно, так и он тут. Хочет быть красивым перед своей аудиторией. Что типа, ну смотрите, я же, интересно, разобьюсь? Нет, не должен там разбиться. Я там спускалась несколько раз. Да. А этот может. 200 хп, блин, с меня выпало. Так это лишний член экипажа. Слышь, Кирюх, это так, лишний член экипажа. Ну, блин. Помойка наша до сих пор не выстрелила по этой помойке. Зачем? Сейчас же по мне разрядится арта как раз. А вот сейчас было как бы и в мой счет, нет? То, что я фуловая стояла, меня застрали, сейчас было обидно. Флани, это уже было. Это уже 5 минут прошло, Маришка. Спустя 5 минут она вспомнила. Стоит, сучка, рамбует. Стоит, стоит. Сейчас Маришка заезжает. Рамбует? О! Алло, я не понял! Выстрел на упреждение. Ты расстрелил или как это ты произошло? Слева от него упал снаряд, слева. А, короче, подпрыгнул на текстуре, что ли? Или... Maybe, что? Просто слева, левее ушло и все. Блин, он у меня был четко в прицеле, в край прицела, что ли, устрелил. Здесь, походу, стоит коричневый. Стоит, стоит, он никуда не уезжал. Ага, вот. Да наша коричневая отработала, ну, как всегда. Так, гляди. Стоял, мы приехали, решил поехать под другую сторону, чтобы подставить. Арта просто чисто мразь. Фу. Джоф и МВ в заднице битвы блогеров, это понятно, вот он и передает, предлагает Джову объединиться. Блин, если бы он предлагал, он бы в личку написал. Может быть, у них сейчас... Нет. Теплые отношения начнутся? Нет. Теплые отношения, видимо, для того, чтобы друг другу помогать? Нет. Чего нет-то? А чего нет? Нет, не будет ничего. Нечем тут помогать. Битва блогеров. Нет. Битва, во-первых, битва блогеров. Битва блогеров ничего не решает, по сути. У нас поражение. Самое главное, что битва блогеров подставила Шуджова Шоу МВ. Вот это Wargame, точнее, подставила их четко так. Они знали, что это, как это произойдет. А, и хороший буст для Левши и Юши. Очень хороший. Не обязательно, что они знали, как это произойдет. Знали, да, господи, Кирилл. Это было очевидно. Знаю механизмы эти все. Почему сразу очевидно? Я, например, не думал, что Джофф с Амвеем будут на последних местах. Я вот рассчитывал, что Юша будет на последнем месте. Это скиллозависимый... Левша будет на первом месте, это 100% было известно. Это скиллозависимый ивент. Все, тут все. Тут количество подписчиков не решает ни хрена. Нет, слушай, один скилловый может не дотянуть трех дурней, поэтому...
количество подписчиков правильно. В 3-4 раза больше, чем у остальных. Больше, чем у остальных, а там скилловых единицы, в том-то и дело. А процент скилловых на подписчиков левши в разы выше, просто колоссально. Учитывая весь, только, еще, весь альянс Корм 2 и прочее, и все. Скорее всего, может быть, из-за того, что Джофф еще отношения попортил. Да нет, при чем здесь отношения? Нет, нет. Вот. Нет, это чисто скиллозависимый ивент, все. Здесь ты что, не видел, как они выполняли ЛБЗшки? Просто войти в топ-3, ну, смотри, X2 получить. Например, если бы я руководствовался не людьми, а внешним видом, у Джова красный камуфляж самый лучший. Вот мне Джова красный цвет, красный камуфляж, все остальное нравится больше. Но ты его не получишь, ну, либо ты его вот получишь. Юшин мне вообще не нравится, голубого цвета, он мне, блядь, вообще не нравится. Это вкусовщина. Для того, чтобы поддержать Юшу. Это вкусовщина, и вообще, с каких-то пор ты Юшу поддерживаешь? Ну, я за Юшу, за Юшину команду и говорю, а почему мой присак на залевшу? Потому что это присаки-проститутки, на них играют все. Я смотрю за левшу. На одном присаккаунте вступили за левшу, где-то за Джова вступили. У меня тоже за левшу. Вроде налево, алло, вы что вниз-то падаете? Что это за тактика у вас? Это тактика алкаша. У нас вон алкаш проехал под воду, на воду. Надо его убивать. Сейчас восьмерку катнем, попробуем. Это как одна история, знаешь. А что это? Девушка, когда сидела за рулем, говорят, поворотник мигает вправо, значит, человек хочет повернуть направо. Поворотник мигает влево, Легает. Не легает. Ну. Мигает влево, значит, хочет... Слушайте, а это у меня тут хорошо, ребят. А у него на 2, я растерялся, въехал ему в задницу. Ни туда и ни сюда, не определился, да. Да. Привет! Блин, они вряд ли полезны. Ну, почему вы недовольны, Дэс? Вы мне нужны. Недоволен были бы. Жизнью. Тут говорят, ты вечно недовольный. Так он этих так же по говорит? Жизни. Да то кто говорит? Покажи мне его, я им буду, я им буду недоволен. Люблю твои видосы, особенно Rush на Т-95. Это что у меня за видос-то был с Rush на Т-95? Такого не помню. Подожди, подожди меня. Адреналин. Бля, башка. О! Блин, в гусеницу. Вы там сами, я воду помогаю продавливать нашим. Гусли надо было стрелять, я понял. Тикай, 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 черт. Нужна халпа? Ну ладно. Ау! Да, это, скорее всего, вы меня с Глеборгом, что ли, путаете? Вот Глеборг вечно всем недоволен. А у Дезертода вроде все нормально. Все хорошо, да? Ну как, ну не совсем все хорошо, конечно, хотелось бы немножечко. Блин, лучше. Не но бывает и хуже. Участвовал бы я в битве блогеров, я был бы в два раза ниже Джова по уровню. Думаешь? Ну, все да возможно. Какого... Бляха, у меня... Или все на привет. Мне очень все плохо. В крышку стреляй ему, алло. Мне очень все плохо. В крышку стреляй, крышка зеленая там вся. Сука, блядь! Тиммейты ебаные, блядь! Я забыл, вот. Это игра же, блядь. Короче, тут стоит 50 Б. Ага, он уже переехал, все понятно. А, можем и со третьего, кстати, размять попробовать. Я был бы последним человеком, а, да, мне по кажется, идее, который впереди стоит, такое видео бы должен был бы делать, но я просто не могу... остаться можно. В стороне. Они сейчас не светились, ПТ-шки не светились. Происходит вообще. Не очень правильная вещь. Они могут и я думаю, вы все так проблема. Или иначе, по мои дорогие зрители, стоит. Или те, кто пришел сюда в это видео, а здесь по ошибке стоит, или лениво заходя, видят, ну, наверное, что сейчас Жова травят прям вот, ну, не на шутку. Так, у меня в очко заходит. Оно как бы, с одной стороны, всегда так было. Так, я, короче, этот, как его, ПТ-шек, что ли, чекну сейчас. Эти КД. Надо двое. Так, Калюнь, ты там все, что ли? Давно уже. Понятно. Команда тиммейтов, как всегда, отличная просто. Понятно. Успею зарядиться, интересно? Да дальше ты... Давай. Успел. Слушай, а есть шанс вывести даже эту катку? 100% за тебя, потому что в Питер приезжал. О, вот это комплименты. А, алло,
Блин, танк сзади, а я не заметил его. Прикинь, как вспышки обидно на всю эту тему, а? 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 А что вспышки? Ну, когда битва блогеров. Вспышка объяснил, говорит, что ему сказали, что у него с аудиторией. Да это мы знаем, да это все знают. Нет, да, это все знают, но это так не работает. Это Мариш, отойди, работает. Мариш, отойди, 50Б выезжает. У меня сзади 705. 50Б сейчас получит, 50Б сейчас получит. Вам нужно дать просто два шота 50Б. Умнички, раз, еще. Еще 50Б. Ромба не... Не успела, у меня мехвод был комплект. Надо было сразу уезжать. А я пятый, смотри какой, а? Волевой пацан. Вперед поехал. А я угадала, кстати, Кирилл, что здесь... Тоби, сейчас, тоби нужно что-то делать, потому что... Хорош. Что мне хорош, нужно? Хорош. А, стоп, 75-й. Я ж тебе говорю, тут все подъехало. Понял. Там же шальфы, блин, сколько, 800? Отлично, он КД. Нужно 30... Помоги забрать и пятому 30... Ладно. Нет, со восьмого не заберу. Блин, я подставился своим действием глупым. Блять, 443. Не драконь, пожалуйста. Ну, у вас только Удас в помощь. Тебе либо нужно вытягивать на себя. Ну, зеленый борт. Ага, зеленый борт и при этом входит в гусеницу. Ладно, заряжу голду в тебя, братишка. А не будет пожирать гусеницы тогда? Не знаю, у меня под калибры же как. А, ну да, под калибры. Что о! Ну давайте. Арта. О, все, арта КД. Ого, все, теперь я не вижу, он скрыл. Отлично, 10-9, сейчас приедет вазон 111-114. Юдас бы в спину настрелял сейчас, 705. Сейчас все будет, Юдас он подкатился как раз. Может, 705 почувствовал это или что? Кстати, хороший вопрос, может, он же в него вроде не стрелял. Нет, не успел. А этот именно снялся четко по таймингам. Только выехал Удас и этот чик слинял. Так, Фавин. Этот уже не рамбует здесь. Блин, я не знаю, где вражеский Юдас-то еще. А, на... а это 40.05. А, Удас вот здесь был. Уехал, может, здесь, может быть, где-то здесь стоит. 705-й к тебе... От тебя. Все отлично. Да, хорош. Я вижу. Так, он в разряде, я пойду. Разворачивается. 40.05. Прости, прощай. Ой, хорош! 705-й! КД! Блять, ну что ж за пидораста, блять, на ПТ сзади стяжем. А, это Игореша. Игореша, ладно. Игорешу может простить. У нас это Игорь. В принципе, на Игорев нельзя обижаться. Фух. Ладно, выходим, поехали. Или вы можете посидеть, пока посмотреть, я сделаю 6-8. Мой левел подготовлю. А я посижу в ангаре. Я пока посмотрю этот видео. А МВ это херово, это красивая мина при плохой игре. МВ сам в жопе, поэтому ему нужно, что единственное верное, кого-то защитить, кого-то почему поддержать. Почему МВ в жопе? Вот у МВ третье тоже место. Аудитория лояльная, хорошая. МВ, я не считаю, что МВ как-то должен быть. Подожди, ну... Ну, так он может в жопе. Может быть, аудитория МВ не скилловая. Так, может быть, аудитория МВ не играет. Подожди, стоп. О чем мы сейчас говорим? Мы сейчас о чем говорим? О смотрящей аудитории и марафон, который к этому не имеет никакого значения. Либо про марафон, который показывает, как играет аудитория стримеров топовых и какова реальная картина вообще всей этой происходящей херни. Мы не знаем, как... Какие люди смотрят? Вот, допустим, у меня много людей, которые смотрят мои стримы и не играют при этом в игру. Ну, так это нормально, это предсказуемо, что о-о-о. Дальше. А тут так о и чем у них речь? То же самое может быть. Так о чем речь? Мы же говорим о том, что про сам марафон, правильно? Не знаю. Все, пусть картошка потом объясняет, почему каждый из них отсосал. А картошке насрать, картошка в выигрыше. Хотя картошка да. Рассказывает, что не так все хорошо, как они ожидали. Ну, один хер они выигрыши. Ну, в плане марафона они думали, что будет все больше, обширнее. Там больше у них бабок, наверное, принесет этот весь марафон. Больше бабок. Если бы картошечка в свое время не начинала пиздеть много, врать. Вот, например, я еще помню в те далекие времена, когда и даже про меня речь... заходило о том, что вот ведем мы камуфляжи в игру.
кастомные. И у каждого видеоблогера будет свой камуфляж. На котором вы не сможете заработать. Или сможете? Что сможете? Заработать на них. В смысле? Ну, смысл от блогерского камуфляжа для блогера это, да, раздача аудитории, но еще, возможно, наверное, заработка, как стикеры в КСе. Ну, как... возможно, да. Но картошка никогда ни с кем не делится. Ты ни одного проекта не увидишь, чтобы они с кем-то заделились. Коля, так можно не раздавать бабло. Картошка, если жадная, может не раздавать деньги. Так они не будут даже процент отдавать от продаж. Да я не говорю про процент. Коля, камуфляж сделать. Просто, сука, как обещали, сделайте камуфляж. Тогда второй вопрос. А какой резон от производства этого камуфляжа, затрачивания трудочасов, потому оплачивать что зарплаты люди, мастерам? Люди поддержать своего видеоблогера и показать, что они его смотрят. Кирюш, я все понимаю. Картошки какой профит? Ну, первый же вопрос. В смысле, тратить голду? Коля, это все вводится для того, чтобы тратить голду. Вот эти все Значит, несущественно для них вот это вот. Коля, было бы несущественно, они бы не делали вот эти гейкомы, камуфляжи, все остальные разноцветные. Если было бы несущественно, они бы этого не делали. Но так как это делается, и делается в огромном количестве, они их просто штампуют, один, второй. Кирюх, ты должен понимать, как работает... Огромное количество голды раздается. Ты должен, как работает картошка. Если ты придешь с этой идеей, тебе спросят, а какой нам профит? И ты должен будешь им все это объяснить в цифрах. Коля, профит у них в любом случае. Я с тобой не спорю, Эти просто... камуфляжи обменивают на голду. Хорошо, либо Кирилл. Люди участвуют в конкурсах и получают эту голду от видеоблогеров или из других источников, либо вносят в игру. Кирюх, я с тобой не спорю. Я знаю, как работает Wargaming. Все, как бы, ну. Поэтому так и происходит это все. Не правильно. Будет, до определенного то момента же самое, не будет. Разнообразие тоже. Короче, в любом случае, Маришка Донный Рак, который, в принципе, как его, молодец. Вот. А картошка могла бы этот, как его... Мариш, тебя ничего не смущает? Скажи, милая моя. То, что я Донный Рак? Или что именно? Ну, вот зачем стоит одесский? Взгляни на него и на себя, скажи, какие между вами отличия? Она что, стоковая? Она что, стоковая? Есть камуфляж, а у него она что, стоковая? Не знаю, не помню. Я еще не загруженный. А, стоп, подожди. Кто не это я стоковый! Я поменял! Блин, мы с тобой когда смотрели. Мариш, все, я должен извиниться. Простите, я до сих пор. Мы когда смотрели. Боже, все, я понял, блядь. Я сейчас расскажу, как это быть стоковым. Меня застрали без причины, как всегда, но ничего страшного. А что без причин? Я вот не разобрался. Слушай, Марин, во-первых... Ты нормально, блядь! Марина, ты, во-первых, молчала очень долго, поэтому мы запереживали. Кирилл решил как-то тебя оживить. Я сказала, я здесь, и вы там спорили, я стала не власть. Мы не спорили, мы обсуждали, это не спор. Господи, я не скинулся. Ну а что ты хотел? Надо показать зрителям... Да у тебя, кстати, пушка такая надо короткая. Надо показать зрителям, как живется в стоке. У тебя, кстати, вот такого вот наконечника нет, как на вот этой пушке. Прикольно. Слышь, я без наконечника нормально. Заходят снаряды. Мозг давит во все стороны. Видишь, не влазит в маленькую башню. А двигатель тоже стоковый, скажи, Коль? Нет. А может быть и да? Нет, это я объехал медленнее вас. Как-то да, я быстрее Маришки. Рыжая вышла замуж. Она это все забросила видеоблогинг, стриминг и все остальное. Ну так она для этого и начинала стримить, она... чтобы найти свою судьбу. Вот женился бы я тоже на богатом каком-нибудь мужике, я бы тоже перестал стримить. Вот Маришку тоже богатая женщина найдет и все, она закончит стримить. Да. Так, а ну не пали ничего, пожалуйста. С богатыми формами. С богатыми, как и у Маришки, да? Я думаю, богаче, чтобы это мериться письками. Богаче? Чтобы они письками так. Могли мериться. Отлично. Звучит странно, Коль. Письками мериться? А-а-а! Вон в чем прикол. Я-то думаю, зачем ты меня с женщиной сравниваешь? Погоди, а почему я с мужиком не могу письками мериться? Я сейчас поняла, погоди. Это было образно. Это не в прямом смысле. Вопрос. Слушай, нравится, в какую тему пошла Маришка сейчас? Подожди, тогда нужно вспомнить эту, как кто там у Дудя была? Сколько там, 15 сантиметров клитор? Ивлеев 15 сантиметров клитор? Клитор? Что?
15 сантиметров клиентов. Ну это же Влеева. Ну, Маришка тоже хочет, не стесняй девочку. Мне, кстати, нравится этот, как его, броня. У меня уже дед третий, это, заряжающий. Не, ну выкатываться... Говорит, ВЛД неплохое. Так нет, про восьмую я тебе ничего не говорил. Какой ВЛД неплохой, это чё? Ты говорил восьмёрке на девятке, броня? На девятке неплохая броня. Короче, брони у танка восьмого уровня восьмой нет. Восьмой это... Это такое себе. Вон, львы просто вообще клали... Так у львов самое большое пробитие на уровне. Почти. Свой фашистский болт на наше бронирование. Снизу тоже, вверх причем. Тоже шутник говорит, львы пробивают. Конечно. Ой, что делать, если у тебя богатые формы, ты нищеброд. Для этого надо разбогатеть. У тебя должен быть богатый внутренний мир. Ты его должен всем показывать. Все очевидно. Господи, блять, он даже в сиську попал. Все, я понял, просто вношу этот танк в разряд говно. Просто адское дерьмо. Блядь. У меня слов нет, я не знаю. Гигантская сиська торчит, ВЛД дырявая. Я думаю, что еще даже башня дырявая. Желания нет, что-то какого. Ой, они сейчас сюда будут вваливаться. Не будут да, они вваливаться пока что. Да, ну в основании башни пока нет. А ничего. Кто там с 300 хп едет вперед? Мариш, может не надо? It's me. Может не надо? А, пожалуйста. Мне пытаются прострелить. Мариш, может не надо, пожалуйста. Да нормально, все. Пожалуйста. Что ты сышь? Пожалуйста. А я что, ты умрешь, я фоловый. Хорошо, что рты нет, я бы тогда умер. Шаверма по девочкам? Да, конечно, 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 конечно. Виктор, все, отбили у тебя невесту. Не исключено. Ага, почти попал, слушайте. Неплохо. Львы сейчас от башен просто от УВНов. От УВНов сейчас они раздолбят. Все, нужно, чтобы вот это все дерьмо начинало что-то делать. Потому что отсюда стреляют. Отсюда по нам стреляют. Мы не можем выкатываться под львов. Блин, они хорошо играют на них. Да они. Там не. Там не нужно хорошо. Это лев. Это лев, там не нужно хорошо играть. Танк вообще не скиллозависимый, нихера. Ага, приехала лево. Нарежь, живи. В клинче что-нибудь могу сделать? Ничего? Блин, меня СУ-100 разваливает. Можешь в клинче, разваливай. 61-й регион, твою мать. Что, помогай, Мариш, живи. Меня СУ-101 убивает. Помогу, наверное, со львом, если... Меня убивает СУ-101, я ничего не могу. Спасибо вот этой вот пачке дебилов, которые живи, слева живи, внизу. Живи, не подставляйся. Я не могу, братан, не-не-не, я тут за трупом. Блин, лев сейвится. Ох, ах, боже, не пробил пачка голбецом! Дебилов. ПТ убивают весь геймплей в этой игре. ПТ нужно убирать нахер. Не арту, а ПТ сраные. Ой, Коля. 4 ПТ стоят, мы ничего не можем сделать. Какому танцору ебучий танк? Все в жопу. Ебучий танк мешает. И я просто принимаю решение, что 8-й левел... Просто говно. Вот вы понимаете, если он попадет с десятками, это вообще играл. Просто перспективы ноль. Учитывая, что я в стоке играл, ты вообще что? Ничего не сделаешь. Ну ты да, ты стоковый. Выходи давай на девяточках катнем. Вот девятка еще куда не шло. Десятка, ну так себе. Вот восьмерка, ну просто дикий кал. Я не знаю, он под таким углом меня пробил снизу вверх. Столько раз. Блин, а я его в стык в ЛД, НЛД голдой не пробил. Жесть. Кирилл не знает позиции, походу. Ладно. Все превращается в спор. Давай. Привет, Наташ. Житель, кстати, привет. Тоже тебя не видел. Приятного аппетита, Дэн. В Ростове плюс в чат. Клуб знакомств, Илья. Знакомиться с людьми начал, да? Мэн. Как тебе вот вертолеты в современных танках в тундре? Вообще пофигу. Но думаю, что они идут правильным путем. Сделают многофункциональную игру. Флот, вертолеты, самолеты, танки. Пехоту еще докрутят к ней. И вообще будет бомба. А потом херакс и стратегия такая. Карта отдаляется, и ты всем этим управляешь. А потом управляешь. Wargame, да, такой да, Wargame да, начинается. Да. И Wargaming отсоси, fuck you, такой карта в виде fuck you для Wargaming такая, чик, отдаляется. Ой, не надо про fuck you. Вот это легкие на стюдзянке, легкие. Да, у Центуриона очень богатое воображение. Посмотрите на его никнейм.
Ну что, Samsung R560. Очень богат, надо ее выбрать. Хорошо, подожди, у него все циферки нужные влезли. Значит, не занят был ник. То есть ты хочешь сказать, что люди с цифрами в нике более разнообразные, это какого воображения, да? Не в этом дело. Писать 161, там... Подожди, Марин, это бюджетный ноутбук, на котором играет человек. В принципе, достаточно лаконичное решение для ника. А не Витявка 2-2-C4-7-5-8. Слушай, ну а почему нет? Я вот, например, Desert написал, потому что у меня на футболке было написано в то время Desert. Дот просто, потому что с Одессы. Одесский, он, в принципе, вообще ничего не воображал. Он просто представил просто с Одессы, да? имени городу, добавил свой кусок, свои скин. И все. Изи, изи. Real talk. У тебя, Мариш, вот у тебя, кстати, фантазия хорошо сработала. Не каждая девушка себя шавермой... Так ты ж... Так она, наверное, плотно этого питерского шаверместа смотрела в тот момент, да? Хованского. Ну, вот Ромка, кстати, тоже разнообразнее никнейм. Ромка, 78. Ты куда его, в какой регион? 178. Где мать сделала, тем и обозвался. Все правильно. Как вы Ромку назовете, так она и поплывет. Так он из Питера и будет. Так, да. Вот это. Так оно и поплывет. Не лодка, а оно. Почему Рома это оно? Это за оскорбление друг сейчас друга. Сейчас игры, да. Кто кого оскорбляет? Не. Ты оскорбляешь всех. Ты куда рашишь? Алло, алкаш. А, да. Это не я, это... А, понятно. Все, ладно. Почему не работает? Я нажимаю же пятерку, ну? Ага, какого хрена? Же пятерку? Класс. Же пятерку? Понятно. Мариш, как там тестирование польских танков? Хорошо? У меня не чинилось! Я нажимала пятерку, на котором у меня находилась. Лучше бы у тебя не ломалось, если бы ты никуда не ехала. Я понаблюдаю. Приятного просмотра. Я из Краснодарского края. Ты все пиши, что 23, Миш. Миш, ну, ты же человек простой. Видишь ник, приписываешь регион. Видишь игру, приписываешь регион, да. Создаешь ник с регионом. Вот у меня, наверное, как-то по логике должно быть 16, потому что Одесса 16. Разве, да? 16, да, у нас? Ну, в номерах, во всяком случае, автомобильных 16 пишется. 16. Там вафля сейчас будет выходить под меня. А, ты проехал. Я понял. Я с вертушки хочу кинуть и прокатить вперед. Просто от башни можно. Хочу попасть... Вафлю никто не хочет подстрелить. Ладно. Неприятно. А чё все боятся 430-го? Тут 3 эстехи и шот на 430-го. Эй, лючок не попал. Слушай, ну это десятка, она жёсткая. Так она, 3, вон, 3 посмотри. Прострелила неплохо. Так он артачи наваливает. Тут уже просто клиническая смерть у братюни. 105-й фуловый зак. Потом? Не, вряд ли зайдет. Чё, вафляк вылезет сейчас? Вафляк вылез, офигеть. Серьезно? Ну, мы там неплохо так присунули. Так, надо идти, у нас наверху у нас, слишком много танков, я до сих пор с нулем. Надо хоть что-то выстрел сделать, а то люди то же не самое. Пизнают. Слушай, это жизненно, житель Дезертовья анекдотик прислал. Да ебись ты! У баб совести вообще нет. Главное, свои трусы она стирает с полотенцами, а мои, блядь, с носками. Так, ну, вообще так и есть. Я тоже с этого возмущался. Жиза. Коля, какая жиза? Ты, блин, сколько лет стирал сам все? Как его? Некому было стирать. Только сейчас девушка появилась. То скрывала ее от нас до последнего. Так, нужно 300 хп добрать. Давай рассказывай, как добрать. Не главное в жизни, Коля. Да? Главное, чтобы трусы не с носками. Да, главное, чтобы трусы не с носками. И камуфляж любимого вододела. Кстати, трусы... а давайте создадим тему. Стоп, а чё вот это все воздух? Чё вот этот весь разговор в воздух пускать? Создаем, кто-то создает тему на форуме грамотно, все красиво. На форуме варгейминга. По поводу камуфляжев любимого стримера. И начинаем голосовалочку и голосовать. А я думал, ты на тему трусов с чем стирать. А нет, в баню разберутся сами дома. Голосовать и что? Что? Ну не что, ну какой-то резонанс создавать вместо вот этого это, просто пиздежа. Это хуже, блядь, чем голосование в России. Все и так ясно. Понятно. Что, как и куда будет. Понятно. Ну, я предложил, вы сами хотите, как хотите. 16-116 это Одесса, а Татарстан это какая-то Россия. А вот 16 это Татарстан Одесса, это какая-то Россия. Вот, я и говорю. Какая-то Россия побогаче даже Одесса нынче будет. С
Целая отдельная республика Одесса. О, сейчас договоришься. Подожди, я не понял. Одесса в свое время же отделялась? Ахз. Когда там до Первой мировой войны была отдельная республика. Да ты про Порто Франко? Это не, никакое не отделение, это просто свободная экономическая зона. Не-не-не, было отделение. Да, это республика Шкит какая-нибудь. Было свое государство. Боже, он так долго смотрел, что я уже испугался. Чего? ЛТшка уехала, что ли? Говорить о том, как проходят голосования в России. Да-да-да-да-да. Ну, почему вертушка не зашла-то? Я понимаю, что сводиться надо, картош, но у меня просто... Гастарбайтером подрабатывал. Опа-ра-па-па-ра-пам-пам. Оу, сейчас бы затаранить последний снаряд у него. Это в разной серии. Мы попиздим. Мы попиздим. Мы, блядь, все знаем. Мы такие охуенные, мы все знаем, все шарим. Но, блядь, делать нихуя не будем, и это все закончится на пиздеже. Это так про все, и про политику, и про все у людей. Я не успеваю даже перезарядиться, чтобы перестрелять, блядь, ебаную Шкоду. А тут приехал 13-105. Да иди нахуй, блядь. К тебе еще Т-10 летит. Пиздец. Ну, господа, алло, ну, сжальтесь, бля, помогите. Чё за хрень? Союзнички. Ноется, ноется. Живёшь, хилишься. Куда ты поехал, дебил? Ты думал, тебя там что-то спасёт? Светлое будущее. Радуги не будет. И вот тут светлое СБУ будущее. СБУ уже уедет. Блядь, при чём тут СБУ? Это если Генкул. Какие-то дебилы историю, привет, не это как его... того этого не нравится кому-то, то что поделаешь? Из Тбилиси никого, видимо, нет. Так, а давай на десяточки катнем, на восьмерке вообще прям не хочется. Мариш, ты даже не пыталась выстрелить? У меня, я не знаю по каким причинам, не юзалась вообще ремка. А чё у тебя заспамлено? А то у тебя заспамлен весь чат модпаком каким-то говёным. Так она установила модпак от Юши. Каким-то говёным модпаком заспамлен весь чат, алло. Да? Может, поэтому у тебя, кстати, не юзал? Кстати, мне понравилось. Ну, до этого-то всё хорошо было. Есть информация о том, что картошка заходит на всякие рулеточные ссылки и прочие вещи, вот, пока вы играете в World of Tanks. Ну, это не подтвержденная фигня. Объяснили, что это просто делают сторонние моды, которые кто-то не удалил, кто-то установил из каких-то кривых мест, и они заходят через браузер, гуглят это все, ну не гуглят, а серфят. Пап, ты знаешь, вот, про что ты говорил? Ты про Молдавскую республику Япончика, которую в Одессе он объявил 102 года назад? 101? Нет. Это единственное, что провозглашалось в Одессе. Япончик? Только единственное, что в Одессе провозглашалась республика, это Молдавская республика. Как раз япончиком. Молдавская республика? В октябре 917 года, да. Блин, ну хрен его знает. Нет, вряд ли. Это больше, не больше ничего, больше нет. Куда, куда, это, куда? Может, налево? А, горка, 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 горка. А мы далеко, да? Блин, ну горка, горка. Вот далеко рыснулись. Короче, 9 и 10. Ну, девятка еще жизнеспособна, десятка тоже. Ну, блин, десятка это тупо 705-й советский. Да нет, 705-й хоть как-то танчит, это практически не танчит. Да, 705-й, кстати, должен сказать, веселее. Вот, то есть, когда ты целишь с этого ствола, сколько здесь, как у ИСа 7-го, да, 250 пробития, НЛД 705-го, оно, блин, оранжевое. То есть, пробить не пробить можешь. А у этого тупо зеленый НЛД. Здесь брони даже хуже, чем у 705-го. То есть при тех же обстоятельствах лучше 705-й советский, чем польское говно. Еще плюс экипаж надо качать, не пойми, где ты его возьмешь. Да, приемы для этого нужно, приемы покупать, вот этот штрудель-пудель. О! Можно убирать, можно убирать, можно убирать, можно убирать, можно убирать, можно убирать. Он об меня, я прикошетнул. Хорош. Я ты думаешь, что он остановился, почему я в него врезалась? Хочешь прикол? Он рикошетнул мне в сраку. Сраный неудачник. А мне фугасом в корму не пробил ни один, ни второй. Представляешь, повезло. Хорош. А его второй тоже стрелял? Да, оба стреляли. Только один уже был голубой к тому моменту. Да, он уже подготовленный был. Поехали, что все ссут. И вот, вот сейчас вот тупо даже не рамбанешь. Нет, тут тупо нужно на ошибках противника подлавливать. Этот танк ничего не может. Тут очень слабые борта.
Господи, как же вас здесь всех много? Их практически нет. Тут считай французские борта. И арта по 400 в основном дает. Тяжелая арта. Так, 50 Б в разряде, турик в разряде только. Ать, я танканул, я стою на катке, нужно... Можно довернуть чуть-чуть? Дай, меня выталкивают! Сука. Просил довернуть, еще и вытолкнули, Коль. Подожди, Кирилл, пусти, пускай, Мариш. Мариш, пускай. Поехали. Нам надо ехать срочно, у нас проблемы на респе. Я понял. Мариш, разворачивайся, Мариш. Мариша? Я говорю, надо ехать не назад, а на них. Так и назад тоже. Нужно вот это отработать, хэвика и прочее. Надо минуснуть СТ-шку, как мы неплохо по ней сбросились, да? Да. И сейчас еще нужно по выстрелу дать этому ТТ-хе, по турику, и да. Можно разворачиваться. 3-6. У нас все убито. Мы тупо гора живая только, и все. Так, ну пошли. На гору забирайтесь. По воде. Давай по воде, может. Какой? Пройдем. Чего? Вода смерть. Смерть. Баджер, семерка. Мы не успеем. У нас КД долго. А, вы уже уехали еще. Нет, ну мы просто подкатились. Просто о, 268. Думаю, смотри, видишь, ну все, давай с двух сторон. Атаки. Все, вы идите с той стороны, мы с этой стороны. Вот тогда жрем давай, быстро. Давай. Бляха, гриль. Отлично. Убираем семерку. Ну, сейчас твою будем мать, убирать. Ну объедь же. Ну что ты такой, дурень-то? Давайте да какие фуг... Блять, какие нахуй фугасы, блять. Мы продавливаем, надо срочно ехать. Надо срочно 88, танчить спина семерка, блёха. Сейчас едем, Калюнь, живи. Нужен урон, хорош, спина, Маришка. А зачем? Извини, я не смогла тебя прикрыть. Да надо было не ехать. Блин, еще хэвика, надо хэвика, наверное. Сейвся. Просто сейвся, под гору, Марин, вперед, под гору. Вперед, под гору. Поднимайся. Да я и так. Все, хорош, тоже вариант, нормально. Блин, ну... А я как раз семерка-то раздамажила. Марин, сама не вылезай сильно. Сильно буду стараться не лезть. Все, загоняй его, просто загоняй. Марин, сейчас спину арта может... А, нужно... Да? Блин. Четверка нужна, на тебя будет, на Марину выкатываться двое. Мариш, уходи за угол, заворачивай. Не завернет вода. Куда, прямо поджимайся под горку, Поджимайся. Ты под в воде горку, не сможешь. Под горку, давай. В воде не сможешь. Стой же на месте. Да погоди! Прямо! Шли вперед! Да прямо! О, умничка. Все, Кирилл он приехал. Он сколько разрядил? Вперед. Все, разрядил. Пошли. Марина, стой. Стой, Марин. Стой, ты улетишь. Арта! Так я же говорил, стой. Да там по-любому можно улететь. Сука, еще на гусеницу встал. Ну как? Хорош. Сейчас будет хэвик заряжен. Аис поехал за артой. Ой, хорош, спина, вовремя. Он меня спас. Just in time. Ой, еще три. Клинч. Он мне сейчас просто кому. Нет, он тупой. Он просто тупой. А у меня фугас, блядь. Да, такая же херня была. Проклацал. Не этот. Чего? Спина, Е5. Да я вижу Е5-го. Да. Кидай, забери хэвика. Блин, вот я дурень. Я, короче, во время ремки, скорее всего, да, такая же херня. А что у нас С7 делает? А, он арту вырезает. Он арту вырезает, да. Блин, с турика никому не сбить. Все, это смерть. Чего? Один дохнет, турик съезжает. Хорош! Не успел. Нет. Да ладно. Блин, да, ну из-за пидорас на ИС-7. Зачем он поехал арту убивать? Да, что за фигня? А он зато фрагов настрелял, живой остался. Ну, Коля, она одна. Я знаю. Он фуловый. Это тот С7, который меня подпирал. У него минус там 500 или 600 всего. Алекс мне прислал сегодня фотку. Данилок, привет. Этот, как его, тот сраный паб, Алекс, в котором привет. Мы были на Новый год. Закрылся ли еще зимой? Все, ГГ? Да, закрылся еще зимой. Да? Говорят, из-за отсутствия посещения. Как это на самом деле неизвестно. Вот, но он закрылся, там теперь Dixie магазин ваш. Ну, так им и надо. С таким отношением к клиентам, к людям вообще в целом.
Да, я почитал отзывы, там засраны, постоянно засирали его на отзывах. Привет, Пончик. Ты читал отзывы? Там задолго его засирали, отношения и так далее. Не, какие фулфугасы, Пончик, ты что, издеваешься? Мы здесь ни хуйней занимаемся, мы тут целое ответственное дело катаем. Да. Да. Если Маришка будет еще ответственно подходить, а не рашить Карелию, одна умирать. О, а смотри, еще в чате сидит у меня, переписывается. Ну не пали меня. Ну она эрочку ставит и в чат идет, все нормально. А потом такая, ой, я прорашила. Ой, я Карелию рашу. Ой. А я на Карелии, это что Карелия? Кто танк не покрасил, а, рукожопы? It's me. Маришка, понятно. Топ, это Desertot the best, это Марина, запомни. Ну да, ник подлизы, это мое. Ладно, хорошо. Я там был на пивном фестивальчике, были более-менее, кстати, Фёдор говорит. Ну, Фёдор, ты понимаешь, да. У нас было более-менее. И так с организацией было печальненько, и так все было не очень... Ладно. Еще этот, блядь, хач ебучий. Простите меня, это просто именно к нему выражение, потому что... А, подожди, сказать... секунду, куда едем? Не знаю. Арты нет, можно на центр. Ну давай на центр. А потому что Блин. Можно было по-человечески сказать, не пойте, пожалуйста, там как-то объявить, сказать там, петь нельзя больше, типа, у нас там совсем другая. Внимание, петь нельзя. Вы не заплатили за караоке, блядь, ну подойти вырубить музыку и выгнать всех нахрен из заведения, это, по-моему, это реально только хач. А еще пьяных провоцировать таким поведением. Пьяных провоцировать. Там разные люди были, там, могли и не понять. Поэтому... А делался этот хач на самом деле минималочкой вообще, просто. Да, никто на него не особо не агрессировал. Так могли намудохать легко вообще. Ну так вот делал, у него прогорело. Не, ну слушай, его пытались намудохать, да его даже кактус там с чуваками хотели. Да нет, да, блядь. Но вопрос стоял о том, что пожалуйста, давайте все будет чинно и никто не будет мудохать главного в этом заведении. Мы ж поэтому увезли кактусы. Чинно. И всех этих самых шумных якобы. Что-то мне не нравится здесь, в центре. Да, говно центр. Я не знаю, зачем Коля предложил. Ну... На зелени могли бы... Я думал, как бы подсветит. Вот тут вот есть 4 или сколько там танков, которые подсветить. Ну никак. Привет. А, ТВП едет светить, окей. У нас просто с горы сейчас под светом могут пострелять. Поэтому лучше где И7 стоит. Не, так правильно, вот им светить, хорошо. Извини. Минус 700 еще суперконь. Все хорошо. Отдать должное картошке за то, что не вводят хотя бы новую арту. Ну вот это прям не очень должно. А они просто продажи вводят Лёфу и все. Они просто, да. Имбового Лепса вернули в продажу. И ты по 500 получаешь на 6-м Коль, уровне. На гусенице ты где вообще, алло? Я ж на центре. Подъедешь. Не, я на тут центре. Тут 7 на гусле. Семерка? Блять, он просто свертуха напизданул мне в НЛД. Серьезно, Димончик. Димка. Его гора не видит, сделал. Вот в чем вся беда. Да понятно, что гора не видит, я же тоже подъехал, чтобы меня гора не видела, но он так как подставился. А ты не можешь кинуть по линейке на гору? Можно попробовать. Если мне сейчас зелени в борт башни не долбанут. Стрелял в одну... Убил? Да. Хорош! Таху убил какого-то. Линеечка! По линеечке. Помнишь раньше, когда мы эту линеечку только начали в модпаке делать первую? Как это было кайфо. Трек играет какой-то достойный, как зовется. Алорин, брат. Брат, чат. Слушай, эта семерка вообще отбита? Она приехала, тут выехала. Исполнитель Grim Fables. Кирилл. А. Посмотри этот, семерка отбита уже тут приехала. Не пробил, короче, кого-то на горе не пробил. А, 6-2. Стоит в стыке между кустами. Видишь вот этот стык между кустами возле красной линии? Да. Там вот еще один вот танк, но там центурь убитый. Почти. Выше чуть. Чуть-чуть правее. Не правее, я просто у меня... Правее. Ну да, слишком, ну, левее он ушел значительно. Нормально. Здесь так все расстреляет, пока будем стрелять. Ну давай еще туда. Блин, попал! Попал! 727! Да. Это по линейке, да? Ой. К
Хорошо-то как, хорошо. Прям в куст стрелять, прям в куст надо стрелять. Походу он на гусенице стоит. Походу он поиграл, хорошо. Все, там еще один, там 6-2. Вверх летит стрелят. Я походу еще в кого-то попал в кустах. Там 6-2, там 6-2 еще. Блин, и 6-2 ну, плюс еще кто-то. Урона, невидимого урона будет тонна, наверное. ВК выкатывается. Фу, читер, читер. Читер, да. Фу, да. Читер. 6-2, не. 6-2 между этими. Все, он катается, да. Не, не попадешь. А, и... мышь, зелень, маус, зелень, мышь. Маус, вам да, его да, будет да, не да, видно, конечно. Друзья, за какой божественный выстрел просто. Бачат. Царский. На. Спасибо. Люблю, целую. Отлично. Что думаешь про видос с Костей МВ? Парни молодцы. Молодцы. Кости МВ, у них совместный видос вышел? Ну, наверное, уже совместный. Под музычку папара папам парам 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 парам. Теперь понятно. Папара папапа. Эть, не пробил и есть. Не танканул. Броня не на орбите. Репорт ВГ уже ушел, готовься. В ДЦП пиши. ДЦП. Как его? По трубам включим в ДЦП. Ништяк, спасибо за звание трек. Спасибо, Лорин. Блин, как мне скучно. Я понял, маус не дает мне скучать, маус жарит. Я же. Не пробил борт, серьезно? А я не попал. Меня маус бьет слева. Ты говоришь, что мне придется спать с тобой, но я не могу так сразу. Блять, Петрович заебал палатку, не взял, еще и выебаешься. Алло, меня бачат раздевает здесь вражеский. Представляете? Маус, на тебе 800 ответочки, твар. Хорош, придурок, алкаш, просто алкаш на бачате. Без урона в бачата. У меня вообще 54 урона, я молчу. Слушай, ну его алкоголизм должен... Не, у тебя же есть невидимый или нету? Невидимый алкоголизм. Невидимый урон. У меня не знаю, есть или нет, но мне кажется, у меня его нет. То бачата за алкоголизм не пробить, я видишь? Невидимый алкоголизм, Коля. А он есть. Ты его картиночки не видишь? Делают. Хикс, надо эту картиночку объединить вместе, Хикс. Слушай, эти долго будут двое тут, два любовничка? В дискорде гляньте в чатике, бомж. Хикс, блять, момент решил повырезать. Да. Там выше чем. Предлагаю голову поменять местами просто, как минимум. А, вот я его в НЛД не пробил. На кой хуй нужен этот... Польский курва-танк, если у этого НЛД... О, я нашел еще тут куча всего. Бронированная лучше, чем у поляка. Боже, нахрена эти два любовничка там? Хорош, спасибо. Спасибо, ой, спасибо. Это все мне пришло в копилочку. Пожалуйста. А, ты и цветанул? Да. Обзор у этого танка интересен. Как стрелял? Гриль, зеленка. Гриль, да, зеленка. Я свечусь отсюда. Где он примерно стоит? Вот здесь вот стоит. Где? Ну, чуть-чуть левее квадрат, вот этот. Вот здесь вот, твар. Сейчас будет подсвет на него. Хороший, хайлючий ляпочки, вашпи. Есть, брат, молодец, ждешь. Ждешь, да вещь. Ежишь. Пайк, не попал, не поиграл. Да, брони у ВК, конечно, так же приятненько, как у поляка. Трахают по всей щели, все дырявое. На центр же приехал сам. Ой, еще и не пустил его. До свидания! Ой, а где гриль? А что так быстро? Он имел неосторожность разрядиться в меня в ненужный момент. Я пока что стрелял. Он имел неосторожность не уехать. Я пока в ВК-ху сводился, уже гриль исчез. На Маринку переключиться, да, надо писать come inside. Come shot inside? Come 2. Come 2 пишет. Это вопрос, как вторую камеру включить на ютубе, надо писать в чате come 2. Сразу, короче, ютуб come inside и все переключается. Да, но... Ой, быстро. Кока! 1100 фугас. 1100, походу, да, фугас.
Может, сбросились? Подожди, а где 268 наш был? А, наверху, на горе. Может быть, Т-57 Хэви сбросился тоже, да. Привет, Ронин. Златка Ёбич. Блин, Ёбич. Спасибо тебе, Ронин. Одесский, ну привет. Давайте на девяточки катнем еще. Тоже привет. Шо вам? Мариш, надо писать в чате не шо вам, а кум-2. Хэштег этот, как его, слэш, кум-2. Этот нахалявил 6500. А, слушай, подожди, да-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 
больше 300. Чекаем. Так, 6-2, 6-2, Action X, 8-7, 6-2. Центурь, 500. Центурь. Епись, два раза получил в сумме на 1600, блядь. У тебя 4 куска свыше 300 метров. Это практически... полторуху я в Е50 два раза дал, блядь, блайншотом. Пиздец. Мне кажется, ему стало очень обидно. Ты представляешь, да нет, блядь, стоишь, а я думал, вообще снаряды не заходят, а там Е50М стоит. Заглатывает такой, ом, впитывает. Парни, вы светитесь, это так хорошо, а я нет. Да, блядь, кто ж светит, сука? Да, хорошо поиграли, просто лайк. Долбанный Wargaming, лампочка не работает, да? Да, что ж лампа не сработала? Не продонатил. Come inside. Нет, кам это типа камера inside, это уже проктолог какой-то получается. А я думал, это что-то связанное с кумысом. Нет, кам 2 это типа камера 2. Кум 2, но это почти то же самое, только 2. Только 2. Да. Почему 60 FPS у меня вопрос был такой? Очень странный вопрос, почему 60 FPS, учитывая, что вертикальная синхронизация стоит. Да. Дизик фугасики. Что такое фугасики? Что фугасики, пончик? Так, куда съездим? Направо, да? Попробуем. Или сначала по центру постреляем? Не, поехали. Милые господа. Направо, поехали, направо сразу. Поехали, мы же не эстехи, тут сильно вальяжно не покатаешься. Блин, он там такая красивая прорисовка, так хочется на нем от башни стоять и танчить лбом, а он... А там две сиськи гигантские, одна больше. Чего? На этом танке? Стоять от башни? Марин, ты чего? Я рисовка так красиво, говорю. Блин, стерва не видно. Поехали, не видно, не будет. Ну что поехали, ну прострел, он СУ-100 был. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да что, ну не, вон он стоит, блядь, прям. Вспомни наш последний бой на этой карте, вот вспомни просто. Лучше проехать сразу. Вон Женя просит ком инсайд. Кто хочет Женю? Ком, ком ин? Немец? Не знаю, Женя там пишет, в него ком. Смотрите, там союзники союзников бьют, так что у них все хорошо, можно ехать. Это у нас союзники бьют, союзников. Это нашего, да, так. К слову, да. К славу. К славу не пробили. Славу, наверное, бы убили. Бляха, дверты. Оля, ну ты проститутка. Что проститутка? Ну, дверты. Легкого поведения. Да, аккуратно, это 10. У тебя танк стрёмный. Маришка, подъедь сюда, пожалуйста. Маришка уже, вон, убивает. А тут это как... Маришка, не надо там. Вот давай мы его обойдем. Умничка. Нет, все правильно она сделала. Она его... Тормознул арту, я подсветил арту! Или это ты? Умничка? Гляди. Это ты? Да это я! Хорош! Я говорю, что я не умничка, что ли? Вообще красавчик. Ну теперь шлеп, а она уйдет, шлепка убегает. Ну конечно уйдет. Вы только помогите мне, алло. Еду, Магадан. Другая арта вот здесь стоит. Лора наверху. Лор, ты дурак? Ага, вертушка не зашла. Окей. Че, поехали? Ну давай. 49-ки когда. Вертушка, походу, в другую машину ушла. Тут есть проблема, Т-10 в спине будет. Нам нужна Центурион. А как он выстрелился на меня? Мне нужна помощь. Маришка. Ты поехал один. Ну, я говорю, поехали или нет? Такой, поехали. Поехали. Давай с двух сторон его, подожди секунду. Давай. Я арту боюсь, это 10 слева. Так давай СА-8 сейчас разберем. Просто на горку приподнимись. Давай. И все. Маришка, ты не хочешь подъехать? Там Лора, аккуратно, Мариш. Каен подъезжает. Каен? 545. Нате, тварена. Господи. 49-ка, Кирилл. Вижу, я на КД, Коль. Я тоже.
Алкаши тупые. Коля, я на КД. Он уехал? Блядь, тут еще хлорка. Я убиваю, пока ты 10. Ладно. Серьезно? Маришка, ты там как? Еду. Ты 10 заберешь или мне забрать? Мариш, нам нужна твоя помощь. На кой заберу ты 10. Тебя просили, подъедь сюда. Мы его забрал ты 10, Маришка. А ты 49 опять за мной. Зачем себе перестреливаться в лоб? Кирюх, нам просто нужна твоя помощь. Твой танк нужен. Размен, нам. Не да, надо размен. Перестреливаться в лоб с ним. Я за ним тупо не успеваю. Ой, хорош. Умничка. 101 тут. Отлично, минус 101. Арта КД. Арта КД. Сверху ТСТЛТ. Все, поехали. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет, на базе злой. Давно. Фух. Не, пока что нормально все. Там, там ПТ-шек навалом. Come to inside, да? Come in. Бедная лорка. Наша лорка погибла. Ему вообще похуй, он просто пробивает каждым выстрелом. А что ты думал? Он забрать его? Да, он КД. Ну, конечно, Коля. Мариш, а почему ты не с Кириллом? Ему нужна твоя блядь? Помощь, Мариш. Еду. Как? Ты опять где-то это, заблудилась. Это, блядь, ты не пробил его? Чего у картошки было, блядь? Сквозь танк снаряд прошел, Коль. Нормально, чё? Читер, что? Что за хуйня? Вы видели это? Читер. Он же был зеленый, он, блядь, был зеленый. Это... Барабан, блядь, зеленый что ли? Борт лорки, я дал и снаряд да просто нет, вроде. Никуда. Я в гусь, 40... что ли? 43 и 261. Взрыва не было. Говори, Марин, нужна твоя помощь. Да, да, сейчас приеду. Не понял. Так и я там. Уже не нужна. Там уже хорошо. На 72 хп, как и у меня. Было. У меня 72, у тебя 72, у Маришки 722. Сейчас срежем Мари... соточку, да. В следующий раз, пожалуйста, слушай, так его, что мы просим тебя делать. Все, уходи, тебя, уходи, тебя попросили, уходи. Попросили у вас не, мнение не разделились, кого нет, из вас стоит слушать? Не разделились, подъедь нам сюда, нужна была третья горы, машина. Вот смотри, сзади, где умер Одескин, вот с той горы поднимаешься вверх и просто от башни убиваешь СА-8 по КД. Он ничего не сделает тебе, просто от башни убиваешь. Так я его и убил же тогда. Нас, блин, разводили с всех сторон. В спину приехали. Этот пидор на 49-ке катался. Нам тебя не хватало. Я думал, ты подъедешь, а ты стоишь там херней занимаешься со своим восьмым. На тренировке. 4 попадания, 5 секунд. Не знаю, я не смотрел. А это так теперь работает? Нет контратанка, не попадаешь в него? Прикольно, хорошая игра. Давай я сейчас свой стрим свой открою. Посмотрю, где этот выстрел. Где этот момент? Так, вот я на лорку выезжаю. Смотрю, контур есть. Ага. Короче, там была невидимая часть ТСТ-ЛТ. При этом была огромная часть сраной лоры. И походу снаряд был как-то материализован. В труп ТСТ-ЛТ. Пиздец, блин. Просто 10 разработчиков из 10. Блин, арточка его не забила. Красавчик. Мы, кстати, почти проигрываем. Почти проигрываем. С легонца так. Ау, я свечусь. Это кто меня мог светануть? Маушен, что ли, выглянул как-то? Переехал с того фланга, чтобы арта не убила. Первый же засвет в секунду меня арта дамажит. Мобзик, я сейчас заберу у тебя права. Мобзик лишается модераторских прав. Удалить модератор. Мобзик, больше так не поступай, пожалуйста. Так теперь ему уже похуй, ты уже лишил прав. Ну что поделаешь, что поделаешь. Все зафлудил. Вдруг в следующий раз у него этот, как его, клавиатура заглючит, и он это, как его, людей начнет банить так же. Нельзя, нельзя, надо быть осторожней. Мариша, по центру не хочешь попробовать? Нет.
Я не буду пончик играть на фулл фугасах. Что за уебанство? У нас же сейчас не такая тема стрима, как и возможно фугасы. Быть, как кто-то бы скажет, так, наверное, по делам, какой он, Джон, такие и мы, типа, быть, такая реакция в ответ. Но здесь уже есть, а у нас, мне кажется, переход за грань. И я в этом видео хочу вас призвать к здравому смыслу. То есть это неправильно. Мы все с вами прекрасно понимаем, вот что так. Он все-таки достаточно давно на Ютубе и много сделал... много сделал для танков в целом, для контента, для всего. Успех! Стримы его, все смотрят, все радуются. А как дело касается в момент, когда ему не очень хорошо, все сразу приходят и его обратно засирают. Очень больно смотреть, что особенно за той картиной, что даже его никто не поддержал из его того окружения. В принципе, я тоже не сильно далеко ушел в этом смысле, но просто на его месте мог бы быть я, и мне сейчас просто по-человечески очень горько. Нас только и я кто-то говорю, в это верит. Все остальные, в принципе, не очень. Натравливать котелка, блядь. По-человечески не было, ребята, горько и жалко. Тактично. Да не, я посмотрел очень, кусочек. Очень приятно с вами. Я посмотрел кусочек. Да ты там это воспитываешь своих модеров. Я посмотрел кусочек видео МВ. И, блядь, у меня закралась такая мысль, а когда он котелка натравливался всей этой с Роскомнадзором, прочей хуйней, не было ему душевно жалко? Коля. Когда он обещал всяческую поддержку человеку, который индивидуум, который известен, не вот эта вот псевдотравля, которой практически нет, кто-то все выдумал, блядь, псевдотравлю Джова, а когда была прямая угроза и ощутимая, вот, блядь, не было человечески жалко и больно, как ему сейчас больно, блядь. Коля. Ай, блядь. Имей совесть. Человека душевная травма. Ему душа болит за своего друга. Да. За однополчанина. Ты просто не понимаешь. Да. Мне просто не так воспитали, да. Я просто плохо воспитан. Да. Он тебя убивает. Тебя, а? Бедлана, Коль. Наверное, просто так плохо воспитали, что всё, ты не понимаешь, пока. Душевных терзаний. Терзаний, да, МВ, паски. Смотри, это свертуха на меня. Ага, не попал. Маричка попала там. Ну, неудобное, хорошо, положение. А где СТРВ стоит, мразь? А он у нас на респе. Серьезно? О, нет, он, да, убил, он прототипа где-то здесь убил уже, вашего. Я говорю, он у нас на респе-то, Коль, ну. Серьезно? Вон же он светится, алло, вон точка, Коль. А прототип, как он здесь убил? Пончик, я, блядь, не буду катать на фулл фугасах. Просто это пойми, все. Я же тебе сказал, мы не катаем сейчас фулл фугасы. Что за хуйня, Пончик? А, все, вижу, да. Для этого есть у нас другие стримы. Он вот здесь, другие, скорее всего. Нафига нам катать сейчас фулл фугасы? Что это ты? Ты хочешь сейчас самоутвердиться или что? Что ты сейчас в гадости в чате пишешь? Что говорит, фулл фугас или засал? Или что? Да, говорит, или фулл фугас, или я тебя отписываюсь. Пончик, господи. А, или фулл фугас, или что? Пончик, или 1000 рублей, или я только что хотел. Пончик, или 1000 рублей, или я тебе сейчас даю пермач. Пончик, давай, вот. Что это такое? Или минус подписчик? Пончик. Или бан, нахуй, да? Давай интересный поворот событий, Пончик. Ты меня это как его, или фулфугас, или отписка, или 1000 рублей, или пермач. Кто кого раком поставит. Как тебе такой поворот? Давай. Нет, 1000 рублей фулфугас, это, да, не минус подписчик. Выходите, скаточка. Выходите, поехали. Да тут уже все. Выиграли, да, арта попала. Поехали. Когда Кирилл так говорит, возникает ощущение, что он ведет лекцию для людей со сталым в развитии. Настолько четко проговаривает каждое слово, выделяя интонацией. Да. Микрофон включен, там пончик. Революция! Бунт! Долой! Давай. На чем едем? Бунтари. Ленины с бронетранспортера. И Пшекин такой молодей. Да. И мамка Никурова впереди. Мама Никурова. А можно надпись «Я пердолю» вот заказать у них? Вот «Я пердолю» вот на этом танке, блядь, прицепил такой. Пердолю. А он пердолит, слушай. Коля, пердолю. Все нормально, для танка будет «Я пердолю». Ветер в харю, я пердолю, все нормально.
Знаток, блин, польских оскорблений, Кирилл. Будет пердолить. Оскорбления они не захотят ставить, это 100% отказ. А пердолить? Ну, конечно, не будут ставить. Все продумано. Я пердоли. Во, я пердоли, я же был прав. Ну да, я знаю. Я же тебе говорю, варгейминг от оскорблений сразу откажется, а тут замаскированы. Черный питон. У нас какое расписание обид или не обид с Джовом? Ну как так может быть? У нас же не все так просто. Вот у них Джову... месячные. Вот когда Джову важно поиграть со мной, он пишет и как бы и добрый, и хороший. А когда ему что-то не важно, он начинает хуесосить на весь скайп и вспоминает все свои матерные слова. Которые... Ой, блядь, вы оба хороши, тут это все хуйня такая. Нашла коса на камень. Опять эта карта. Чего опять? Она была, что знает, когда в самом начале. В смысле, мы один раз только сыграли в самом начале стрима, первая уже карточка была. Спустя 2 часа игры, опять эта карта. Марин, Марин. Опять эта карта, а я пердолю. Я потом, типа. Точно? Так, я направо, да? Мы повторяем, да? Ну, давай попробуем. Может быть, в этот раз они город не прорашат. Так, поверни, я прогрузился, пожалуйста. А в город никто не едет. Не, Кирилл, если мы не поедем в город, то город ГГ. И ладно. Ясно. Давай разыграем карту поражения. На Химмельсдорф. Так называется? Да. Карта поражения? Да. Ну, знаешь, как это, типа, в покере. Я разыграю. Я не знаю. О, бля, Яга! Его убили лучше грин, чем Яга. Еще и бабки меня минусанули. Мне нужна помощь, господа, от вас. Надо выйти, 430-го будет минус. Что вы думаете по этому? О, полторушечка! Яга полторы! Яга фугас зарядила наша, прикинь? Кирюха. Блин, Кирюха. Вот это я зафейлил. Че, поехали, не? Тихо. Ну дай, я проеду, поехали убивать. Там гриля надо, грин КД. Секунду зачитаю. Твою мать, Яга. Тут. Нормально, братан. Бачат тут. Посрать, убиваем. Гриль слева. Блин, бачат мне башню минусанул. Стоит 430-й. Нет, я понял. Я впитываю. А нахрена я впитываю от всех? Ну, где все? Марина. Я гриля раскадешилась. Сейчас нас 430-й может заберет. Я бачат целю. Яга выезжает. Я поиграл, походу. Мне раньше времени в компот. Там повар ноги моет. Да, я так что косарь танканул вообще-то. Блин, у него люк тупо красного цвета. Вот это дичь. Кто вот этот у кого? 430-й. Прикинь. А красный вот так? Люк. Ну, так голдец. Голдой, да. Голдой, красный люк, все дела. Кирилл, голдой справа, я, справа, голдой справа 13-5. Я спорить не буду. Чёрт. Есть, убил. Там еще амбача тут. Не, я пончика не банил, просто. У нас опять база. Забирайте быстро все. Разворачивайтесь. Погнали назад. Разворачивайтесь. А что вот это? Это была арта или нет? Вот это надо убить. Кирилл, нам надо вернуться. Там арта и бача. Реагировал тем же, что он мне пишет. У нас опять из СФК. Передать привет Маришке от Каина. Блин. Бачат в углу стоит и дамажит еще. Господи, мне арта вкорячила на 630. Ой, я бы тебе говорил, вернись с нами. Пиздец. Пойду бачата постреляю. Чего? О, это ж кумулятивы, я забыл, сорян. Я забыл, что это кумулятивы, сука. Я его даже не вижу, я мертв. Чё ты не вернулся? Господи. Да я уж был шотный и хотелось хоть как-то отомстить этому пидорасу. А обратный было, ромб на нём прокатит, нет? Надо было, чтобы арта трахнула 430-го и было бы. У него ни обратный, ни вывернутый. Никакой, здесь никакого ромба. Меня в спину Т-92 бьет. Он вообще не танкует. Привет-то тоже. Т-92, вот здесь вот стоит Т-92 где-то, походу. Да, там арта, да. Я поиграл тоже.
до конца сводиться начал. Нет, 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 нет. Пашка красавчик, ты вот, например, нет. Все, ну и нормально, ничего страшного. Дезертот Гондон, это хэштег, все дела. Ты тоже, возможно, Гондон, все, ну что поделаешь. Так, Клещу, алло, ты что творишь? В пизду. Это что было за хрень? Ты зачем? Чё ты отъехал-то? Всё. У тебя НЛД, блядь, дырявая, а ты от него отъезжаешь. Куда мне ему стрелять клинч с таким орудием? Кумулятивом в щеку. Шишку разминать. Кумулятивом в щеку сразу же. Просто конченная команда. Маришка, тебе надо срочно куда-то ехать, потому что это, вот это ты зря делала. Я думала, я попаду на тот момент. Ну, все. БК! Под таким углом! Как интересно, 2200. Амвей реально молодец. Вот, пойду поставлю лайк. Ты лайк поставил? Не знаю, кто предложил такую идею, Амвей или Джов. Но вот, мы же знаем. Но они молодцы. Даже в такой сложной ситуации им надо пойти отбросить все свои обиды, бывшие оскорбления, для того, чтобы показать, что... Ну, вот прилюдно, чтобы показать, что они хорошо идут. Что у них не все так плохо. То есть в этом в плане, в принципе, можно сказать, что... Битва блогеров начала... Да, вот так вот. Поехали. Всем привет, ребятки. Приходить с вами, Джо. Спасибо тебе. Хочу сразу извиниться за свою небольшую несвязанность речи. Дело в том, что я только-только вернулся из больницы, где лечил свой зуб, который меня донимал последние несколько дней. И у меня еще анестезия Батюшку правой стороны лица не прошла, радуги. Поэтому я буду немножечко несвязно говорить. Что за радуга? Конечно, как вы поняли уже по названию этого видео, я хотел бы сказать несколько слов по той теме, которую затронул Паша Амвей 921. Во-первых, хотелось бы сказать отдельный неверный респект Паше за то, что именно он поднял эту тему. Я мог бы ожидать, что такой ролик запишет Дезертот, хотя он, конечно, никогда такого не сделает. Я мог бы ожидать, что такой ролик запишет Левша, но он это не сделал. Да, я хотел сказать, в общем, можно было ожидать от кого угодно, но только не от Паши, учитывая нашу с ним историю взаимоотношений. Но он это сделал, и за это ему большое спасибо и большой, как говорится, респект. Сам я эту тему поднимать единолично не мог бы, потому что все мы слова это выглядели акция. Бы, не наверное, как... друг после друга это все сделали. Это совместная акция для, возможно, обмена аудиторией. Но это неизвестно. Я предлагаю направо. Направо едем. Жопа кота. Я не вижу ни жопы кота. Хорошо, жопа коровы. Я вижу легкие. На легкие. Я не знаю, насколько вы развращены, у кого чего не хватает. Не знаю, видел ли ты снимок настоящих легких? Легкие не так выглядят. Ну, Коля, если легкие выложить и положить друг рядом с другом, они так выглядят. Выложить. Ну да. Куда едем? Может быть, в сложенном состоянии, в живом еще организме, некогда живом. В некогда живом организме. Они еще могут. Не надутые, не расправленные, да? Ну да, легкие курильщики. Ну, по цвету, да, по цвету, кстати, да. Я бы сказал, даже правая часть легкого там зеленкой покрылась какой-то. Видимо, не, можно еще сказать, что это кто-то жопой на ксерокс сел. В принципе, тоже похоже. Да, я обосрался. И жидко обосрался во время ксерокопии. Да. Короче, смотрите, толпа вражеских танков здесь будет, а толпа союзных там. То есть мы сейчас едем и как бы... Тут будут арты, тут будут СТ-шки. Карусель. Тот СПТ. Я призываю вас ехать чуть быстрее, нам надо занять низинку. Сейчас, подожди, подрублю турбо. Подожди, сейчас. А какая кнопка тут турбо? А, нет, нетрушечка. Спиртяшку заливаю. Нетрушечка, да. Все, понял. Все. Смотрите, здесь вся команда, как я и сказал, собственно. 50Б еще слева наваливает. О, я без БК. Нужна помощь. 430. Если бы еще не клинчевал, так что, блять. Коль, я умру, если я сейчас не буду клинчевать. Я понял. Падают на тебя, и тебя там забирают. Еще вдалеке. Да, тут просто я без ничего. Мы все мертвые. Да, ну в жопу эту карту. БК. Снова БК. Еще одна БК. Вторая БК за два боя. Кстати, баки повредили. О, слушайте, ваша тактика классная. Наша тактика, у нас арта попала в своих, она уже синяя. Интересно, вот эти господа, которые там стоят на горе, они стоят, что ждут? Когда всех убьют, посмотри на голубую арту. Кого попала голубая арта, в тебя или в меня? Это мне в очко дала, в булочку, по-моему, или сколько там вошло, я даже не помню.
Два верблюжьих копытца. Что-то нам очень сильно везет с вами. А, давайте возьмем девятку, и я сейчас выберу опять эту карту. Серьезно? Ты сейчас прикалываешь? Ты выбирал студянку? Нет, нет, я не выбирал. Вот сейчас выберу. Давай девяточку возьмем, и я выберу студянку. Клиент не отвечает, секунду. Тебя своя арта убила, Дес. Да? О, я же тебе говорю, она и меня нагрела, и тебя убила. Вот я когда целил 430-го, я увидел, что в меня влетело сзади от арты союзной. Но там было немного, там было где-то 120. Как просто оправдание. Оправдание чувака, который оказался на четвертом месте. А оправдываться я не люблю. Почему Паша записал такое видео? Мне кажется, ответ очевиден. Дело не только в том, хорошая что карта. Ему давайте обидно повторим. Наблюдать все происходящее, просто, но и в том, что он сам что, хапанул бы, по всего того же, чего, на тяжелом танке что получил играть. Я. Да, вообще, не в такой большой степени на его канал посыпался негатив. В деревне. Потому что в любой другой ситуации ты стоишь как поц. Вот здесь стоишь на заводе или стоишь на горе, где наши СТшки стояли. Поэтому только в деревне и только хардкор, только раш. Как в прошлой карте? Окей. Так, а куда мы едем? Направо? Не-не-не, а, туда же едем. Окей, отлично. Что, за имбу катаете? Антох, не обращай внимания, говно какое-то. Почему в эту игру играть не весело? Очень весело. Мне, кстати, нравится особенно ники подсчитывать. Вот иногда интересные ники есть. Вот что у нас тут в команде есть? Кайфалов у противника. Крот гонщик мейл. Тоже хороший чувак. А есть еще топ СТСТПН МЕП. Не-не-не-не. Вася Орел. Васек Орел. Васек Орел. Что-то этот орел херово летает. Васек орел. Моби. А где у него орли на глаз? Слушай, там чувак написал Моби Дик. Хорошо, хоть не Сикей написал. Моби Дик, да. Ну, это ибо много дел, Николай. Удачи вам. Давай, аутоген кул, добрых. Вот, тут почти то же самое, только моби. Мы то же самое все делаем, да? Вот как дебилы сейчас будем выезжать потом и без засвета. Тут речь идет о том, кто быстрее это сделает. Что значит, кто быстрее? Ну, мы... Кто быстрее займет эту хрень и не подпустит врагов к себе. Вот сейчас у них быстрых танков, ну что, никого нет-то, Маус только, да? Ага, вот там дерево упало на самом верху справа. У красной линии. Справа у красной линии упало дерево. Что туда могло успеть приехать? Вафентрагер. 49. Бачат наверху, 49, там наверху. Уже наверху он светится. Шеридан тоже наверху светится. Я, вероятно, в кого-то попала. У меня снаряд не разбился. Не разбился. Привет передавал. Все хорошо, я не разбился. Мать, я не разбился. Передаю привет. Кстати, с той стороны... Вафентрагер, это раз. Во-вторых, на этой позиции меня бьют с той стороны, я понял. Блин, тут выкатываться обидненько. Вафентрагер там, ребят. Здесь хуже выкатываться даже, чем с той стороны, с того респа. Ага, и с 8 больше не подставится. Там Шеридан и Е50, в принципе, можно кидать. Рабочие. Маус меня целить пытается. Заехали, вот, кстати, да? Там, может, и по гору, по этому. Я поработал уже. Загнал их. У меня Маус же. Вафля, вот здесь вот вафля стоит. Девятая. Да затрахал коричневый-то, ну сколько можно? Видишь, Костя говорит, что он все понимает. То есть это целенаправленно было сделано и, скорее всего, по сговору. Им обоим это выгодно. Ты успел уже зачекать? Ну, у меня открыто на втором экране, что я не вижу, что он пишет. А, я же не знаю, что у тебя еще и это открыто. Ну да, я просто говорю. Блин, я бы предложил поддавить, но неизвестно, расстреляют ли нас из... Тай-5 видно, Тай-5 в деревне видно, в городе, на заводе. По Епису не смог, подожди, по Епису работаю. Нет, не пробил. Все, он уедет сейчас, скорее всего.
Он меня попал, но не пробил. Попал. Хорош, 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 а ты хорош. Блин, даже голдой не пробьет, скорее всего. Угу, да, голда не зашла. А что, я 50 уже не видно, все уже. Ну а да, так, так, подожди, видно, а турик стоит. Видно? Турик видно, да? Спасибо нашему турику. Дебил тупорылый. Он сюда башню смотрит. Так фугеса ему засуньте парочку. Ай, блин, не пробила броню. Надеялась на то, что попадет все-таки. Отлично. Он мне просто в ответку кинул и попал на 529. Охеретельно. Это же фугасник, что-то хотел. Борт башни? Ах, сучка, не хочет борт башни поворачивать. Слушайте, ну голда у него не заходит с такой дистанции, под калибры сраные. Все, он заехал, да, я так понимаю? Да, он, походу, свалил. Так, а у нас тут турик... Там еписька каталась. Да нет, турик уже натанковался и уже меня подставил. Ну там на зеленке кто-то стоит упорно и... Вафля, вот здесь стоит вафля, вот здесь стоит вафля, ребята. Да, и не светится. О, дерево упало. Дерево перед нами упало вот здесь вот. Ближе к правой части ганем. Я начинаю аккуратно подкатываться. Кто-то танчит, только что, кто-то только что танканул. Рикошет был. Да, будь осторожен, слева могут пробить. Так, еще кто-то за ВКшка, еще кто-то выстрел. Больше не вижу, дальше нельзя подставляться. Дальше. Я уже поехал дальше. Угу, мне пока слева кроюсь. Еще, пробую. Танканул мышку. Оп, свечусь, да, там стоит кто-то. Вафля, сраная. Ты... Ага, вот она. Надо кинуть. Меня. Турик его щелкнул. А тапок стоковый? Бачат, вот здесь вот арта. Вот здесь арта. Мне больно. Ай, голдой. Да ладно. Иду. Блин, 430. Забрал, все. Там передан. Да. На Мауса выходить. У нас сверху били. Вон, шарик. Ну, я пока что забью на шарика, нужно с мышью чуть делать. Есть, он на гусле, шарик. Блять, арта. Шарик будет... А всё, куда 700? 500, ага. Шарик, Кирилл. Да шарик. Я вижу, Коль, ага, вижу, я ага. Свожусь. Ага. Блин. Гусеницу без урона, я дурак. 4 секунды. Не успеешь, он остановится. Блин, нет, остановил, все правильно. Поехали, надо убивать мышку. Так, а Маус еще не КД. Как это? Можем танкануть, ты не подставляешь. Маус КД сюда, 430. Нет, какой Маус КД? Так, Мариша дала дизинфу, значит. Значит, ее на кукан, Мариша. Мариша, отчитаешься. Да, ничего ты ей там... Ей не страшно это наказание. Так, вот сейчас обидно было. Ну, в плане... Нет, ну, подожди. Это вот если мужика на кукан отправить, вот это пипец. А девушке вполне привычно. Ну слушай, не каждому мужику тоже же неприятно. Нужна помощь. Не, ну это уже не мужик, это уже так. Не могу помочь. Посоветую нормальный танк, Скорпион уже есть. А кроме Скорпиона вообще посоветовать тебе даже нечего. Нормальный. Попробую 430-му еще тебе подкинуть твоему. Да задолбал, господи, коричневый ушлеп. 430 КД. Не вижу. Так. У арты еще штуки две где-то снаряды. Арта задолбала, это одноразовая. Еще, да, это одноразовая. А, одноразовая, по мне многоразовая стреляла. А, вот многоразовая сейчас дала по хэви, это опять хэви. Одноразовая. Вот, есть. Одноразовая. Есть минус хорош. Одноразовая. Сейчас... А, будь осторожен, 74-й вот здесь стреляют. Серьезно? Здесь все стреляют. Понял? Да. Хожу в сейф. Меня влетело. Ой, только что в топ 5 хэви нашего залетело, хорошо. Астканда говорит, к мужику на кукан тоже приятно. Ну, блин, ну у меня к тебе, не знаю, информация какая. Знаешь, сомнительная. Так, вверх просрали. Вроде девушка, но такое... Вроде не бездельники и могли бы жить. Так, Калюнь, рвем обратно. Бля, я в засвете, меня шарик подсветил. Шарик есть же! Блин, не снял шарика. База База? А базу видно? Базу не видно. А как так? Ну, кинь на Верочку. Там по Верочке хорошо отхлобучили. Так, слушай, наши сбили, это хорошо. Убили, это да, убили хорошо. Фош Б.
Сергио Йога, слышишь, он там этот в позе лотоса. Ой, лайншотами арта кидает, не ломай ничего. А поздно уже. Уже я все тоже сломал. Ломаю. Так, ладно, ничего не ломать. Так, надо окно закрыть, а то комары летают. Холодно, а комары летают, блин, офигеть. Так, подскажите Дискорд, если не секрет. Дискорд чего? Зачем? 3-2-2. Как в такси позвонить. Ну. Так, Шерри, да главное, чтобы справа Шерри не подсветил. Боже, ну, куда ты? Может быть, алкаш только что выстрелил наш. Я свечусь, я свечусь. Же по... Тихо. Тихо, тихо. Ты светишься? Тихо. О, да, 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 я свечусь, еще сейчас их арта кинет. А этот падла мелкая стоит где-то здесь в кустах перед нами. О, может это быть. Вот здесь он где-то уже должен быть, вот здесь, по идее. Нет, стоп, он вот здесь где-то, он дальше, потому что мы отсюда ехали. Да, вот он. Вот он. А, стоп, это не шарик, это 49-ка. Это всего лишь 49-ка. Блин, не попал. В гусеницу без урона. И арта на ход кинула. Хорош. Мы друг друга стоим. Да. Не, ну ты-то не попробуй. Можешь. Ну, Шера! Шера под нами. Блять. Коля, не лезь, я иду. Не лез, не лез, не лезу. Я вроде не светился. Дуй. Сейчас упаду за ним. Коля, контри справа. ЕБ, ага. Он без фугаски. Да, он без фугаски. Коля, контри. Смотрю, значит, зацелен на 49-ку. А справа? Твой, Коля! Тихо, все, Коля, без господи, истерик. У меня чуть сердечный приступ не хватило. Сзади. Я думал, ты реально ничего не сделаешь ему. 72. Не, все было под контролем. Стой, сейчас. Кирюх, да. Жду, но он не поедет на меня. Тебя точно не поедет, наверх, да, выйдет. О, переезд. Не? Да сука. Нет, он не поднимает. Он агрит под 704-х, там 2 704-х. А! Хуёво. Блин. Очень хуёво, Кирилл, очень. Нормально, главное, чтобы наш сейчас пиздюк убил его. Сейчас наш пиздюк, блядь, как цапнет от 704-х. Давай, допилю-ка его, допилю-ка. Ой, прост, попал. Есть, все, уже лучше. Есть. Хуёво, но лучше. Жив, цел, медведь. Главное уехать. Жив, цел, уедь. О! Не успеваю. Нормально, еще раз подсветик. На гусле. Давай, работай. Картошечка, прицел прыгает. Есть, вошло. Не знаю, пробил или нет только. У меня, кстати, голда закончилась. У меня одни ББшки остались. Наман. Сейчас ЛТ-шечка должна, если не тупая, пойти вот так вот. Дмитрий, здорово. Коля право-слева перепутал. Это как? Коля, да, я реально. А я по 49, я бы на 49-ку свелся. Нахрена, если я за шариком поехал. Так я думал, ты его там шотный, типа как бы. Ладно, хорошо. Ну я успел. Оооо, мсти, шлепалки, мсти. Не-не-не-не-не, он уехал за холст. Слева с. Твою мать. Бляха, чуть-чуть. Не подсветился. Ну видишь, не тупые, еще где-то один, сука. Взводец не тупых. А что это за горка на один? Нет, ЛТшки. Что это за горка на один, блядь? Что? Кучка. Что это? Жалко полетать нельзя. О, насрали. Опа! Все-таки я ему походу дал. Или это другой? Дал. Блин, у вас арточки нет, это печально, забирать их некому. А, еще и три танка стоят на одной линии, это вообще пиздец, забей. Да не мигай, господи, прекрати, пусть стоит. Не, все. Он тупой. Ему нельзя ехать, умирать. Сервоклапан. Он не ехал, умирал. Что у нас с Туриком? Ага, Турик шотный, все Турик понятно. Сзади тебя шотный, я же говорю, вы на одной линии стоите вдвоем. Так вы все шотные, по сути. Ну, ты два шота выдержишь. Ну, я как бы, может быть. Да, если там альфа какая-то лютая может пройдет. Может быть. Давай. Хорош! Ах, хухаль. Попал. Че так потный? Вот пошел. Потный. И шлепалку так и не делать? Убили. Под горку поджаться, что ли? Ну, вообще в идеале вот отсюда бы отыграть как-то. Но ТСТЛТ протупил, ладно, не поехал. Поехал на завод. Вот сейчас он должен Блад, забирать Блад, это. Блад. ТСТЛТ, только не умри. Все. Засветился. Все сейчас арта его убьет. Да, сейчас его арта убьет.
А та уже переехала. 100 500%. Вот здесь может стоять уже. Уже дальше. И я, скорее всего, засвечусь. Уже в шестерочке они стоят где-нибудь вот здесь, вот арта уже где-нибудь. Если здесь, там либо стоит, здесь. Он бы засветился, коль там. Сзади, вот он, вот он, вот он. Блин, не бачу. Ага, он уехал и вниз сразу же. Сейчас пойду этого убью сначала. Давай. Тайминги. Ну, арта не здесь. Мне кажется, арта вот здесь вот у речки стоит. Арта засейвит все, но у нас есть ЛТшка. Чего? Так арта уже должна была давно уехать. Мы еще успеем. Если мне кажется, она там у речки стоит, в кустах. Думаешь? Да. Хэви, плиз, хэви. Отлично, 74-й КД. Хэви убил. Хорош, умничка. Подарок! Эй, тыщ. Давай, дуй пока сюда, дуй сюда, Кирилл. О, вот она, посередине. Да, вот она. А, я КД 6 секунд, 5 секунд. Нет, нет. Она на тебя, кстати, сведена. БК. Есть. Да, ну было так. Достаточно сложненько под конец. Под конец сложненько. Заехал бы этот дебил, блять, уже все давно. Этот милейший человек, у нас не все в порядке. Совет да любовь. Не похудел, просто красивый. Блядь, к этому Блади призовешь. Все возможно. Ну, в определенных случаях, альфа очень приятная у танка, и броня может сработать, только изредка. Давайте еще скатнем. Студянку не буду брать, правда, да? Или брать студянку? Я понял, что вы за любой кипиш, да? Так, кроме значит, голодовки, студянка? Да. Хотя нет, могу или поголодать. Или Минск возьмем. Го Минск. Какая хорошая карта. Го Минск, это будет танк, просто... Минск, поехали. Молодчик. О, похвалил Кирюшу, похвалил. Минск сейчас будет в класс. Хороший бой, я доволен. А Лорин, еще один лайк тогда поставишь. Блин, респ не тот чуть-чуть. Не за списка против стада 430У. Просто. Это просто охуенно. Да, как в том этом. Мимас, да. Предлагаю на центр. Е5, Е4, вот там вот. ЕД5, Е4, вот там неплохо. Либо будем стоять 8-9 дрочить. Ну да. А тут же есть быстрый проезд у нас. Короткий проезд сразу есть. А мне нравится вот здесь стоять. Может, а я не вижу, что-то. Ты мне скажи название квадрата. На нуле. Прямо у фонтана или что-то. А0? Или Е0? А ты туда не доедешь. К стеле ты не доедешь. Там начинается перестрелка вот в этих кварталах дебильных. Г8, Г9 и Д8, Д9. Ну да, постреляться там корпус можно более-менее подпрятать, как получится. Ну это тупо стрельба через дючки на самом деле. Слушай, ну, это ж парк Победы, алло. Ой, победители, то есть. Ну это самое гейство, вот этот вот перестреливаться лоб в лоб друг с другом. А чё лоб в лоб? Как раз здесь не лоб в лоб. Нет, я говорю о том, что вообще на этой карте так это... На карте, да, гейская карта. Я думал, мы гуляли в этом парке. В этом гействе. Марина за мной поехала. У нее ник тебя поддерживает априори. Ой, свечусь. Я так, словесно с вами, да? Да. Так, ну я практически нормально. Морально поддерживаю. Морально-исторически. А вот и 430-е, они приехали под зелень. Аморально. О-о-о, отличное место для 430-го. Тупо от башни. Он тебя попал? Что такое? БК. Чего за... А кто тебе БК? Кто тебе БК дал? С центра. Ну не взорвали же пока еще. Подожди, кто с центра? Сверху, справа? Сверху. Все, нету твоего бичика. Да, спасибо. Это, кстати, минус. Минус одно ушко уже. Слева ушко, аккуратно. Маришка, слева ушко. Опс, повезло. Или не говорить повезло, говорить скилл. Скилл. ВБР, ВБ-скилл, ВБР. Блин, я дешево, конечно, продался почти. Давай, бог поможет. Поможет, я стрелял вообще в край прицела. Серьезно? Попал? Иисус, спасибо за поддержку. О, Маришка, аккуратно, там грили. Хотел в крестик попасть, попал, блядь, в край прицела. У нас справа 430 еще.
Не пробило, блин, поспешила чуть-чуть. Я тоже поспешил, надо отступить. Или не отступить, или надо накатить. Сосочек, спасибо. Я понял. Бачат, бачат АП на фугасах. Бачат АП на фугасах. Кирилл, Кирилл. Ставишь барабан фугасов у человека? Он возит барабан фугасов, я да. Сосочек не пробила, как так-то? Он меня пробил в сосочек. Да ты затрахал, господи, успокойся уже. Расслабься, прекрати. Хватит. Вот, надеюсь, ты остынешь после этого? У меня, блядь, 3 раза ствол уже сломал. Кто? Да, блядь, супер конь. Он единственное, что видит, это край моей пушки. Я гриля не вижу, да как эта карта работает? Умничка. Меня сзади бьют. Я опять умираю. Бьют, значит, любят, запомни. Кто? Бачат бил? Нет, ВЗшка и объект 430. Так все под горочку туда засейвись, это под горка. Бу-бу-бу-бу-бу. Так и город, да. Город так и да. А вот карты... Карта просто мон. Чтоб ты всю жизнь играл на этой карте, да, кто говорит, что она хорошая. Понял, Алекс. Так что раздевайся, будешь играть на этой карте всю жизнь. Отлично. Куда, откуда, где? Сзади. Куда, откуда, через что, как, почему. Я вижу. Оу, суперконь решил судьбу испытать. Суперконь, ну ты, блин, жесткий. Минус 430 у. Ты жесткий, еще стоковый. А, это не супер конь, господи, просто конь. Ой, просто конь, да. Конь мой вороной. Блин, не могу подставиться, там маус будет. Значит, я сделаю немножко иначе. Меня гриль вот этот просто выбешивает колоссально. Я не могу даже выкатиться, он постоянно вваливает без засвета. 4 танка не могут въехать в один, ты понимаешь вот всю печальность этой ситуации? Эх, кто-то расстреливает с центра. А. Да, они растеряли весь урон, весь все свое ХП и не могут убить 430-го одного. Они его не пробивают, 4 танка. Коль, ну бывает. Я знаю. У тебя тоже не всегда получается что-то в жизни. А, Мариха, ты еще и в туннеле зас... Давайте будем добрее. Давайте спасибо будем... большое, Маринка, что ты закрыла я мне очень добрый, единственный проход. Там 2 танка, если что, в туннеле. Ну, пиздюка-то я вытолкну, а вот тебя я не вытолкну. Ну, подумаешь, жирненько. Под постаментом меня пробил, блин. Говоришь, похуйнело. В другом месте прибавил. Вот так вот. Какие у тебя формы? Ну ты что, серьезно? Опять под постамент попал? Ну как у него залетает по КД? Я в него не попал. Он, блядь, под постамент стреляет. Эти 4 винка означают, что было 4 фронта. Ага. Блядь, он под винком меня пробивает, но... Эти 4 винка означают, что должны быть 4 совзводных, а не 3. Это венки? Очень похожи на колбаску. На купаты похоже. Да, да, точно. Блин. Может, в жизни они прорисованы лучше? Кто-то явно проголодался. А реально на купаты похоже. Маус стрелял, как вы думаете? ХВЗ. Нет. Как тут проехать, Марин, посмотри. Что это? Для кого это все? Маус, не выстрелил. Так для кого этот лабиринт здесь вообще? Что это за дичка? А вы говорили, вам лабиринтов мало. Так нет, это лабиринт дефективного какого-то шизофреника. Блин, сейчас крышку пихать мне будет. Не пробил. Так, вафлю там оприходуют. Нет, не оприходуют. Опс, есть. Слушайте, ну я что-то думал, что плохо. Едьте ко мне, потому что у меня плохо. Ого, квас. Ого, класс. Лучше. А где вертолеты? Кстати, ни один раз вертолет не пролетели. Что за дичь? Вертолеты обычно летают, флешбеки. В каком месте ты там набрал, Алорина? Тебе фотоотчет нужен, как я понимаю, от Маришки, да? В каком месте она набрала? Где ты там набрала? Не в том месте.
Я бы могла забатить на инсту, и он бы посмотрел и набрал, но не буду. Подписывайся. Уже забайчено. Забайчено. Инста есть. Забайчено. Забайчено. И галочка. Не попал. Не попал, Соболев. Хорош. Бля. Лучший мем. Это его бывшая. Это его бывшая, да, скинула? Вот, вошло, куда-то вошло, кого-то проникло. 347, все, шотный. Блин, ну они реально его не пробивают, ну ты гляди, это средний танк! Да, это средний танк, они не попадают и не пробивают его, офигеть. 2430 УЗ, здесь такого шухера навели. Да как три было! А один это у нас был. Уничтожение. А, нет, один мы сбрили наверху, Маришко бежал, потом один я добрил, который Маришко бежал внизу у нас, и вот этот один оставался, слон. Привет, Адик. Шуточки про танки. В следующем сезоне в соревнованиях Формулы-1 примут русские гонщики. Их машина создана на базе танка Т-72. Западные конкуренты в панике. Русская Формула едет медленно, зато стреляет быстро. Хоть что-то. Коса смерти. Ну, хоть стреляет. Да. А я подписан на Чарьеву в инсте. Видишь? Уже хорошо. Спасибо. Давай еще, поехали. Приятного вечера, удачных боев. Спасибо. На девяточках, да? Да, да. Кстати, да, мы на девяточках, да, развалили прошлую каточку. Да. Неплохо, неплохо. Девяточки, конечно, не такой какой-то сложный, как... А ты заметил, да, десятка? Какая карта была размеренная, вот это перестрелки от углов? Ну да, вот это чисто ПВП или засал из-за угла, выехал, стрельнул, подстрелил, там кто подставился. Здесь именно вот кто подставился. О, это моя карта. Да, это только из-за угла. Опять? Не выезжай больше. Опять эта карта. Просто, пожалуйста, не раш. Блин, ну почему же? Ну, Рэс даже тот же, ну Керри. Ну, по дяде. Что, мне предлагаете карту заказать? Или как? Сегодня в автокино какой-то фильм «Ты водишь». Смотрели такой фильм «Ты водишь»? Да. Комедия? Три с плюсом. Комедия? Я последний раз ходила на мультик. Кино. На этих, на монстра на каникулах. Кентай? Мне понравилось. Тентакли? Монстры на каникулах. Тентакли на каникулах. Тентакли на каникулах. Марис, ты знаешь, что такое тентакли? Нет. Щупальца осьминога. Загугли. Это щупальца осьминога. Загугли тентакли. Щупальца осьминога. Не, вот загугли именно тентакли. В японском аниме, которое трахают все, что движется женского пола. Блять, ты кто тебе за язык тянул? Хер ты старый, скажи вот. Вы скажи, что, вот. Это смотрите? Конечно, я, блин, подписан на все тентакли. Хентаи всякие смотрят. Слышишь? Хентаи, тентакли. Послышишь? Так главный инстаграм подслушанный тентакли. Подслушанный тентакли. Слышишь? Марин, посмотри, тут Шкода Т-50 сказала, я за Маринку. Я за Маринку. Это мой ученик, не трогайся его. Говорит, Маришка ставил. Мы, походу, просрали здесь все. Ну все, начинается позиционка. Блин, это тут башня стоит. Хотя у него башня мягкая. Фугеса, справа 257. Не попал в башню, к сожалению. Да. Попал! А что? Еписев, еписев. Блин, ну ты даешь. Не, я пробил, не пробил, не знаю, но попал так, точно. Так, 257 едет. Уу! Да ну вы просто маги, вы чё, фокусник? Вообще-то да. Я вообще в танки не попадаю еще. Я тебе говорю, орудие здесь очень интересное у этого танка на самом деле. Пиздатан. Хотел тоже питону ставить, дать. Сейчас будет 257, 257 будет готов. 257, борт башни не подставляй только. Да вы издеваетесь?
Давай, Кирилл, ты представь его реакцию. Говорит, выезжай от башни. Я не вижу, что он думает. Он уёбывает. У меня прям чётко под башню залетело. Под башню, да? Там четко идет ему в щучью хлеблетину. У меня, ну посмотри, я даже в танк, я пытаюсь свестись, ну почти до конца. Ну, вот так вот, Кирилл? А, Коль, я это как его? Я тебе говорю, орудие очень интересное в девятке, на самом деле. Может, вы на голде, я не знаю. А что, это важно? Ну, посмотри, ну я в танк, и будь его в рот не попадаю, я просто в танк. Я не то, что пробить не могу, вы понимаете, я не попадаю. Там батон выкатился. Батон сейчас будет батон разряжаться там, в кого-то. Он стреляет. Сейчас, кого-то выстрелит, сразу подсветится. Я пытаюсь байтить его. Выстрелил? Серьезно? А это что за подарок тут приехал? А какого хера батон не засветился? Они по 600 стреляют, у меня 500 вылетает. 257, давай фугасики, давай обрадуем пацана. А что, он башню танкует? А, да, у вас. Он обратным ромбом вообще играет. Фугасики. Карму видно, алло. Фугасики. Как это? Попал, блядь. Естественно, попал. 100 метров до танка или сколько, 50 здесь было. Так, Маришка, ты сильно выкатываешь. Мариша. Я танкую, тихо. Не надо. Просто ты закрываешь мне 257, и мне приходится выкатываться еще сильнее. Кирилл, мне тоже иногда закрывает. Ничего страшного. Ну, я пытаюсь. Да, этому... ему тяжело, он не может никого попасть. Это тоже от башни будет стрелять. Не, он просто едет, что? Серьезно? Не ожидал, что мы уже на фугасах. Подожди, он даст информацию 257. Он скажет ли 257, что там 3 дауна на фугасах? Этот я думаю, он уже жопой чувствует, Андрей. Какая-то хуйня. Так, у нас главное верх, чтобы сейчас не умирал. Да, за юшу и двор не попадаю в упор. Это реально не попадаю. Вот. Это скилл Юши на меня влияет. Сука, 257, ты вот тебе терпения знаешь, хватает? Знаешь, мне кажется, сейчас Малчен без подсветов сейчас перекатится просто на штаны вот сюда. Ну, под патана светить, он не светится, он урон дает. Понимаешь? Нет, урон не светится. Ой. Да. А у вас просветленочка стоит? Нюп, о. О, патан. А вон питон справа, алё, Мариш, башня. 225 фугас! Да там бачат, ну блин, два зайца, я... Фугаса. Мариш, не подставляйся. Хорош. Подожди. Я просто в двух зайцев не попал. Да, нормально. Кирилл, а что? Кирилл, это ты сейчас выстрелил в этот? Рикошет в патану вошёл. Ну, блин, выше. Патан от башни играет, тупо, надо фугасами. Какое оборудование бульдога поставить, чтобы хорошо светить? Ну, очевидно, наверное, просветленку. А, нет, Хорошо от башни играет, смотри, да? А я бы не сказал, что на бульдога рога надо ставить. Подбой и грунтозацепы обязательно на бульдога. А, подбой и грунтозацепы, да. Сука, не светится, мразь, там кустик у него. Сейчас ближе подъеду. Фугасом? Может, побачу. Я готов, у меня фугас заряжен. Не бачу. Нет, впусти. Не бачу, видимо... Во, сдвинулся в стороночку. А-а-а! Развел. Ты так. Ты фуги разрядил? Да, все, у меня уже фугов нет, у меня голда осталось. Не зашло. Оп, обратный ромб. Сколько он у тебя уже на танк в гуслю дал? Он мне только первый раз дал в гуслю. Так, я это тупо буду стрелять через куст. Да, обратный ромб. Че там, кто приехал? Что-то приехало. Т-10 приехало. Ну, ладно. Блин, а его не подсветить, да, больше этого патона? Ну, он пока не подставится. Ну, возможно, его Шкода светит, но фиг его знает. Интересно, он он трупик двигает, братан. Отъедь, мне твоя башня мешает. Ну, как и я... Пусть он светит, подожди, Марин, пусть светит. Он у него просто... У нас 90 к спине, нужно помочь. Марин, 90-ка, развернись. Думаю, наши убьют 90-ка. Я думаю, они убьют 90-ка. Нет. Я думаю, да. Нет. Ой, ну, убьют. Ну, Мариш, не отворачивайся. Хорошо, Мариш, стой. Я не попал. Знаешь, тот момент, когда я могла была убить Паттона? Ну, прости, блин, прости. Да потому что Марина 90-ка. Этот боится вообще подставляться на 257. Он просто уже не. Он выехал, видел, мы смотрим. Клиника, да.
Там уже этот нервный тик. Так, мы сломали елочку. Сделайте нормальную елочку. Давайте соорудим. Красота! И все без камуфляжа. Я вообще-то... у нас вдова у всех. У всех вдова. Разряд! Кирилл, плохо. Не пробил голдой. Сладенько. Тарканул, блядь, танканул. Походу в ЛД попал. Блин, Паттон уехал, что ли? Ну, у него ж он шотный, поэтому... Maybe, да. Да, может быть, кстати, и уехал. Вот видишь, он ждет нашего разряда от всех трех. Мол, член все там стоит. 257. И... Рикошетик. 257 выставляется. Ой, блин. Пробил. У кого из вас фугасы? Бейте по мне фугасы? Нет фугасов. То же самое. Господи, ему в церковь надо. Под башню, тупо между башней и этой херней. Наконец-то. Я попал, блядь. Как? Чего? Под таким углом. Под таким углом я думал, что не должно. Ну ладно. С8 ушел на гору. Интересно, где Паттон с бачатом? По щекам ему, по щекам, суки! Ну вот, не, вот! Не пробито. С толщину усика! Да ну иди! Блядь, там епись, там епись, там вот здесь вот епись. Левее, правее получается этого дерьма епись, вот там вот где метка. Сука. О, отлично! Давай, трупик. Или кто это, Маришка? Маришка. Нет, я, не трупик мой. Все? Да я не трупик еще. Да давайте трупик, подвиньте трупик себе нормально. Да, вроде нормально, мне хорошо. Да не, нормально. Ты так замечательно умер, спасибо. Да, Коль, ну да. Все было все для вас, все для вас, родные, да. А кто сколько натанчил, кстати, на этом нетанковом? Да мало, 2600 почти. Две. Ну, выглядит как забей. Блин, он пропал, интересно. А потому что там подпушивает Паттон, поэтому и пропал. Там точки засвета просто. Вот она епись, вот она, сук. Хорош. Извини. Ничего. Я просто хочу на свою послебоевую посмотреть количество промахов. Мне просто интересно, сколько я раз вообще не попал во врагов в этом бою. Полезен труподецкий, наконец-то. Я думаю, может быть, низом пойти вот где... Может, пойдем просто их... Кирилл, развалим. Подожди, а может быть, вот этого позовем с собой? Он ФКшит или он перевернут? А, походу... А, ФК. Мариша, зачем ты уехала туда? Я... Подпушу чуть-чуть. Satisfaction! Что за курятник, блядь? Извините, что начала его. Ну все, они вдвоем остались. Этот Леха остался, его чатик. Мама, Марина! Мама, помоги! Привет. Я с другой стороны зайду. Давай. Они, скорее всего, вниз упадут. Да. Там никто... Не, ни хера, вниз упали, смотри. Ой, Паттон приехал, еще один. Блин, ну вот смотри. Ну вот в чем... Откатывает, Кирилл, откатывает. Не, подставиться под вас, троих, блядь, и не под меня одного. Ну вот что за прикол? Вот, блядь, в чем логика-то? Ну, еще и не пробить никого ни разу. Логика. Ну вдвоем выкатите на меня. А, нет, 430-го дал забрал. Зачем на троих выкатывать-то? Но у них же нет инфы, понимаешь? 299, 299, сейчас посмотрим, попал ли я в епис. Будем на этом заканчивать. Я предлагаю подвести итог, если кому-то интересно. Я думаю, что за стрим вы сами, собственно, решили все, что вы думаете по этому поводу. Девятка неплох. Вот лучше сказать не могу. Ну, неплох. Очень неплох. Он неплох. Он не полное говно, но неплох. Восьмерка говно. Десятка, ну, явно не стоит качать. Говно. Стоит. Ну, она не такая приятная и не попал. Не то, писал. Короче. 705-й значительно лучше советский. Попал, ну... Да и ВК 7201, возможно, тоже будет немножечко лучшим. Странный танк, конечно. Слишком на этот, как его... Слишком на любителя.
Все, ну, ты должен быть, ты должен быть поляком, чтобы качать этот танк, да? Ну да, скорее всего, ты Пшикурва должен быть, чтобы тебе понравилось. Ты не понимаешь, что этот стрим вообще без переводчика, поэтому ты не, его качаешь. Не, а может быть, кому-то и понравится. Может быть, кому-то да не, бля, он посмотри на его силуэт, ну просто открой десятку. Огромная туша, которая впитывает весь урон. От арты в нее проходит очень много урона. Просто вот нам чуть повезло, мы не терпели от арты на нем. Но десятка от арты терпит по черному. Почему? Я по 600 получал от арты. По 600, вот, у него по 600, это просто, это та арта, которая где-то по 200, по 300 всем раздает. Ты поляк 600 впитывает. Не знаю, мне хорошо, не понравились. Да. В принципе, сейчас последняя катка из-за того, что тут потанчили и все. Сколько раз промазал? Десятка только из-за того, что она шоты хорошие давала и все. Ну, альфач, да, да, сраный альфач. Сделаем ставки, сколько раз я промазал. Сколько, сколько? 20, не, подожди, 16. Сколько? Из 20 выстрелов 10 раз не попал, 4 не пробил. Из 20 выстрелов 6 пробитий. И у меня просто очечка полыхала, я не попадал вообще ни во что. Друзья, да, еще хочу сказать, что Студзянка и Минск очень хорошие карты. Вон, Маришка 2800 танканула на этом. Респектую. Все, друзья, спасибо Одесскину, спасибо Маришке, вам за лайки и за донатики и за присутствие. Подписываемся, кто не подписался на мой инстаграм, на Маричку, на Одесскина. Вот, до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока. Пока. Ну что, друзья, я буду с вами прощаться. Пока вам всем огромное спасибо всем, кто пришел. Что-то я не могу раздуплиться, что мне нужно открыть. Вот. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо за все. С вами был Одесскин, Дезертот и Маришка. Все, пока.